Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki. Shri Shri Harinam Sankirtan Yagya ki. Gaur Premanande. Так, мы начинаем семинар, посвященный развитию вайшнавской общины. Будем говорить о доме Шрилы Прабхупады, об общине сердца. Это то, что заявлено как в программе фестиваля. Я буду пользоваться при обсуждении этой темы «Нектаром наставлений» Шрилы Рупы Госвами в переводе Шрилы Прабхупады. Это книга, которая, как вы знаете, предназначена для того, чтобы преданные могли достичь уровня Мадхи Мадхикари, то есть могли, иначе говоря, могли жить общиной, потому что канишки не могут жить общиной. То есть канишка, преданные начинающего уровня, неустойчивый преданный, это человек, который в духовной жизни занимает индивидуалистическую позицию, то есть он считает, что есть он, есть его гуру, и есть Бог. Больше никого нет. Вот позиция индивидуалиста приводит к тому, что преданный не может преодолеть стадию анартха-невритти. Соответственно, у него есть сложности в отношениях, в отношении самореализации. Поэтому Шрила Рупа Госвами, Прабхупада и Шрила Прабхупада, наш ачарья, они написали «Нектар наставлений», который представляет себя руководство для преданных, которые хотят преодолеть эту ступень, конечно. Поэтому я буду ссылаться на эту книгу, опираться на нее. Ну и в целом наш семинар, он будет больше, как бы, он такой будет больше интерактивный, ну и какие-то моменты будут, вопросы будут, какие-то преданные будут что-то делиться чем-то. То есть я не хочу превращать его в такое, как бы, менторство какое-то, да, то есть одно такое послание, монолог такой по поводу этого, поскольку сама тема предполагает взаимоотношения внутри аудитории. Прежде чем я начну, как бы, проникать вот туда, в этот предмет, я бы хотел поделиться с вами тем, почему, собственно говоря, хочу обсудить с вами эту тему, этот вопрос. Меня беспокоит то, что в нашем обществе, как бы, есть определенные такой вот, как бы, определенный акцент часто ставится на том, каким мы должны быть. Замечали, да? Что в лекциях, в каких-то обсуждениях часто упор делается, естественно, на основе шастр, на основе ссылок каких-то на священные писания, делается упор на то, какие у нас должны быть качества, какие мы должны быть преданными, какие мы должны быть упорными, мы должны работать, соблюдать садхану, мы должны строить вайшнавские общины, мы должны проповедовать, мы должны поклоняться божеству. И вот эта вот интересная вещь, вот это само послание о том, какими мы должны быть,
некое побуждающее послание, оно, в общем-то, адресовано именно тем, у кого есть шрадха, то есть она предназначена для определенной категории преданных, которые, в общем-то, находятся в живом таком состоянии. Потому что когда преданный живой, у него есть энергия духовная, когда он слышит такого рода расширяющие такие вот утверждения, которые уполномачивают его на большую активность сознания Кришны, преданный испытывает прилив энтузиазма и желания еще больше делать для Кришны. Вот. Но когда это слышит человек, у которого с духовной жизнью не все в порядке, который находится в таком несколько подавленном состоянии, у которого шрадха, может быть, не так сияет, то есть у которого, может быть, какие-то сложности, проблемы вот, в связи с его жизнью в материальном мире, то преданный слышит такие утверждения, не обязательно вдохновляется. Скорее, у него может появиться такое ощущение, что на самом деле он неполноценен в духовной жизни, у него нету каких-то реальных шансов духовно прогрессировать. И это большая проблема, потому что на самом деле духовное знание, которое мы получаем, оно должно быть актуальным. Если это знание не актуально для нас, следовательно, мы слышим не знание, мы слышим его тень, то есть авидию. Авидия – это тоже знание. Так же, как и видия. Она очень похожа. А видия очень похожа. Точно так же, как тень похожа на сам предмет. То есть тень повторяет форму предмета, и можно спутать, но она не содержит в себе сущности, то есть не содержит в себе энергии. Допустим, вы можете видеть тень дерева, отраженную в воде, да, классический пример из шастры. Это тень перевернутая, но очень похожа. Но вы можете составить некое представление о самом дереве по тени, но вы не можете воспользоваться плодами этого дерева, вы не можете сорвать фрукт, вы не можете почувствовать прохладу этого дерева, потому что это всего лишь отражение. Подобно этому авидия, она представляет из себя отражение реальности, и часто люди воспринимают не само знание, как бы, которое дает шастра, а именно его тень. Потому что признаком того, что человек получает знание, является энергия, то есть жизненная сила, способность действовать, способность служить, способность преодолевать трудности, проблемы какие-то возникающие не только в своей жизни, но и в жизни окружающих людей. То есть если у человека есть вот эта энергия, это означает, что он располагает знанием, видеей. То есть критерием является именно энергия. Поэтому Шрила Прабхупада в начале «Нектара преданности» он дает определение бхакти, он говорит, что бхакти – это практическая деятельность. То есть бхакти – это не разговоры, там, вот как хорошо было быть преданным, как хорошо танцевать с Кришной в танце расы, там, как хорошо нам построить храм и так далее. То есть эти разговоры, они хороши тогда, когда они высвобождают энергию, творческую энергию, когда преданные начинают действовать. То есть, когда высвобождение происходит, значит, мы имеем дело с настоящим посланием. Это, ну, как бы знание, оно идет по парампаре. Таким образом, вот когда преданные друг с другом говорят о чем-то, да, то в результате этого должно быть счастье. Счастье деятельности, счастье, ну, как бы ощущение того, что мы что-то делаем, что-то происходит. Мы можем быть успешными в сознании Кришны. Если этого ощущения успеха не возникает, то вот эти разговоры, они создают иллюзию. У преданных возникает иллюзия, что они что-то делают. Знаете, как в советские времена был анекдот, я помню еще тогда, вот, когда мы были детьми, там как нужно зайти в поезд и раскачивать его, да, вагон раскачивается, значит поезд едет. То есть главное, чтобы вагон раскачивался. Возникает ощущение, что поезд едет, что-то происходит. Подобным образом, вот общение между преданными, оно должно быть результативным. То есть у него должен быть результат. Этим результатом является именно продвижение, да? То есть ощущение прогресса, что мы меняемся, что мы что-то делаем, что мы полезны. Вот. Этот момент, он имеет очень большое значение. И
природа человека, природа души, вот эта санатана дхарма души, вечное предназначение души, заключается в том, чтобы служить. Мы все это знаем. Но зачастую мы недооцениваем того факта, что служение – это как бы это не просто та вещь, которую мы должны делать, а служение – это естественное побуждение. Поскольку это санатана дхарма, это способность, присущая любому живому существу, как преданному, то есть относящемуся к нашему обществу, так и непреданному, то есть к которому нашему обществу не относится. То есть сознание Кришны касается всех. Не только тех, кто называет себя преданными, но и тех, кто себя преданными не называет. Поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, мы говорим о вот этой вот универсальной жизненной силе, которую мы называем чайтанья, жизненная сила, которая дремлет в сердце каждого живого существа. Она именно дремлет, то есть она еще должна быть высвобождена. И вот эта вот способность высвобождать вот эту жизненную силу, это, собственно, и есть то, что мы называем сознанием Кришны. И поэтому с точки зрения вот этого понимания сознание Кришны, оно предназначено для всех. И движение, которое способно высвобождать эту жизненную силу в людях, оно, по идее, должно распространиться по всему миру. Почему? Потому что каждый человек, независимо от того, какое религиозное мировоззрение он придерживается, какими обладает убеждениями, нуждается только в одном. В чем? В высвобождении своей дремлющей в сердце этого человека творческой жизненной силы, которая высвобождается только в одном единственном случае, когда она направляется на Всевышнего. И этот момент, он, собственно, лежит в основе движения сознания Кришны. Для того, чтобы этот момент действительно был именно таковым, чтобы это было возможно, действительно было возможно, для этого нужно, чтобы преданные умели высвобождать эту жизненную силу в самих себе и в тех, в первую очередь, помогать преданным, которые нас окружают, сделать это так же. Собственно говоря, в этом заключается чудо сознания Кришны, в этом заключается некая мистика сознания Кришны. И Рупа Госвами Прабхупада в «Нектаре наставлений», он, собственно говоря, так в общем, он описывает направление, в котором это должно происходить. То есть это знание дается для этой цели. Итак, первая вещь, которую я хотел зафиксировать, вот как послание, да, в нашем семинаре, это то, что, собственно говоря, когда мы говорим о вайшнавской общине, об общине сердца, то мы будем с вами говорить об определенном типе отношений или сообщества людей, которые называют себя преданными, которые обладают, вот это сообщество или община обладает способностью высвобождать вот эту жизненную силу, то, что мы называем сознанием Кришны, да, в своих членах. То есть, если такая способность есть у сообщества, то это община сердца. Если такой способности нет, то это обычная религия или даже материальное общество, в котором есть какая-то культура внешняя, какие-то ритуалы и так далее. Шрила Прабхупада говорил о том, что он не создавал еще одну религию. То есть его целью не было создание религии очередной, то есть общество Каништха-тхикари. То есть Каништха-тхикари не способны высвобождать жизненную силу ни в себе, ни в тех, кто не помогать делать это как бы окружающим. Каништха в основном он сосредоточен на решении своих каких-то проблем жизненных, на своих потребностях материальных, религиозных и других, эмоциональных. То есть Каништха сосредоточен на собственной персоне. И фактически все, что он получает, знания, которые он получает, служение, которое он совершает, это все предназначено исключительно для наполнения его вот этого
внутреннего, вот этой внутренней неудовлетворенности. Он делает попытки решить свои собственные проблемы в определенном обществе. Так это устроено в материальном мире. И Шрила Прабхупада говорил, что я не создал искон для того, чтобы предоставить еще один вариант в новой упаковке для какой-то группы каништ, которые, может быть, не привлеклись христианством или исламом, и вот они сейчас привлекутся индуизмом. Нет. Шрила Прабхупада создал нечто другое. Он создал общество Мадхи Мадхикари, то есть общество людей, способных быть вот в состоянии, в таком живом духовном состоянии. Вы согласны с такой постановкой вопроса? То есть мы должны обсуждать, вот пытаться, да, обсуждать вот именно те вещи, которые, ну, как бы специфика вот нашего общения будет в этом. То есть мы будем стараться обсуждать те вещи, которые работают, и те вещи, которые не работают в духовной жизни. И пытаться понять, почему те вещи, которые должны работать в нашей духовной жизни, почему они не работают. Вот. Если у нас что-то получится, хотя бы немного продвинуться на этом пути, мы будем считать, что мы, ну, как бы многого добились, потому что в ситуации, когда человек находится вот в самом эпицентре Кали-юги и фактически беззащитен в отношении влияния разного невежества на него, такое понимание, оно очень важно, потому что позволяет человеку противостоять этому влиянию и прогрессировать в духовной жизни. Так, как вы знаете, нектар наставлений начинается с того, что Рупа Госвами Прабхупада определяет человека, личность, которая способна быть авторитетом, то есть способна быть, как бы, быть тем, на кого люди равняются, да, то есть кто создает, дает связь. То есть является наставником, истинным наставником. То есть он дает определение наставника. И определение наставника, оно очень интересное, потому что Рупа Госвами не говорит здесь, в первой шлоке, он не говорит о том, что о сумме знаний, которые обладает наставник. То есть он не говорит о том, сколько наставник знает священных писаний, насколько он эрудит, насколько он... значит, какой у него там послужной список, да, в обществе, то есть сколько у него последователей, нет. Все эти вещи, они определяют как бы некую внешнюю сторону, то есть внешняя сторона может быть такой, что у, допустим, наставника в общине может быть много последователей, много учеников. Он может быть более эрудирован или менее эрудирован. Мы, например, знаем, что Бхактисиддханта Сарасвати Такур был крайне эрудированным вайшнавом. Вот. Горкишор Дас Бабаджи Махараджа, который был его духовным учителем, был с внешней точки зрения гораздо менее эрудирован. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур принял его своим духовным учителем по одной единственной причине. Поскольку Горкишор Дас Бабаджи Махарадж обладал качествами, которые описаны в этом стихе. И не просто этими качествами, а эти качества, которые здесь описаны, проистекали из его бхакти, из его преданности Радхарани, преданности Кришне. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати принял его своим духовным учителем. Так здесь говорится: «Вача вегам манаса крок, кротха вегам». Здесь говорится о контроле шести побуждений. То есть слово «веган» означает побуждение. И существует шесть основных побуждений. Побуждение речи, побуждение гнева, побуждение ума, побуждение желудка, побуждение гениталий и побуждение языка, как того, кто наслаждается, да, различными вкусами. Вот существует шесть побуждений. И эти побуждения,
они делают человека, они дисквалифицируют человека как, нас, как истинного авторитета, поскольку если человек находится под влиянием своих побуждений, это означает, что в его сердце отсутствует, то есть в его сердце как бы божественное присутствие не проявлено. То есть если человек не обладает полным сознанием Кришны, то он не сможет, вот, он не сможет сдержать свои побуждения. В какой-то момент проявится неконтролируемый гнев, проявится вожделение, проявится злоязычие, проявится зависть, то есть проявятся вот все вот эти качества, которые связаны с побуждениями. То есть вот это вот слово «вегам», оно означает то, что человек, как бы он настроен на то, чтобы быть в той ситуации, в которой он находится, быть как бы наслаждающимся. То есть это позиция наслаждающегося, позиция господина. И когда человек находится в этом положении наслаждающегося, хотя внешне при этом он может быть смиренным, как бы внешне он может соблюдать какие-то правила, поведения, как это происходит в материальном мире. Мы знаем, что в материальном мире люди очень хорошо играют. Да? То есть материальный мир характеризуется тем, что люди создают иллюзию. В чем проявляется эта иллюзия? Люди хорошо одеваются. У людей есть какие-то правила поведения. Вот. Они друг друга этому обучают. Например, там, люди, например, говорят, там, вот, детям своим внушают за столом: ты не должен чавкать, сиди прямо. Говори спасибо, когда тебе что-то дают. Так? То есть фактически образование в материальном мире, оно представляет собой, как бы оно носит инструктивный характер. Люди получают определенные инструкции для того, чтобы хорошо выглядеть. То есть соответствовать определенным ожиданиям и представлениям, принятым в данном обществе. И, соответственно, в религии тоже есть свои дополнительные требования. То есть человек должен, допустим, носить вайшнавскую одежду, он должен повторять свои круги для того, чтобы быть вайшнавом и так далее. Если это как бы понимание носит инструктивный характер, то в принципе само по себе это обеспечивает только отождествление человека со своим обществом, со своей религией. То есть это определенная вещь, которая может создать иллюзию. Например, человек может быть очень, скажем, привержен своей культуре, он может очень хорошо знать что-то в своей культуре. И эта вещь, она как бы создает определенное ощущение, что мы имеем дело с, ну, как бы с авторитетом, да, определенным. Но Рупа Госвами говорит, проблема как бы в одном. Мы должны посмотреть, каковы побуждения человека. То есть как человек спонтанно реагирует на те или иные события. Допустим, когда он что-то недополучает, то, что он ожидал, когда он подвергается сомнению его, например, там, правота в каких-то вопросах, да? Когда подвергается сомнению его компетентность, например, или человеку предлагают совершить какое-то служение, а у человека другие планы там, и так далее. Мы должны смотреть, каковы побуждения, то есть как человек реагирует, как проявляется его сущность. То есть вот именно сущность, она определяет уполномоченность. Именно с духовной позиции. И Рупа Госвами говорит, мы должны как бы вот понять, что представляет из себя истинный авторитет. То есть истинный авторитет, он тот, кто контролирует свои побуждения. Причем этот контроль, он невозможен в принципе. То есть человек не может контролировать материальную природу. Дайананда Махарадж сегодня об этом говорил. То есть контроль над материальной природой невозможен. Майя настолько могущественна, что если преданный не обладает вот этим, вот этой сладостью, если в его сердце не присутствует сладость, вот это, если там не проявлено бхакти, то в определенный момент просто преданный проявляет вот эту вот материальную сущность, которая, в общем-то, он обладает естественным образом, связанным, будучи связанным с материей.
Мы, конечно же, не должны критиковать преданных за проявление вот этих побуждений материальных, потому что мы все находимся на уровне как бы начинающих, да, на уровне неофитов. То есть это наше естественное положение в материальном мире. Но при этом мы должны понять, что если человек эти вещи делает, если он проявляет такие материалистические побуждения, то это означает, что он не уполномочен в достаточной степени для того, чтобы исполнять функцию наставника, гуру. То есть мы должны понимать эти вещи очень хорошо. Итак, вот этот момент, он как бы важен, да, что преданные, как он контролирует свои чувства, но этот контроль связан не с тем, что просто преданные делают это с помощью, скажем, там, гьяны или санкхи. С помощью санкхи можно очень хорошо контролировать какие-то побуждения. Вообще, допустим, вожделение контролируется очень хорошо с помощью гнева. То есть вожделение можно контролировать с помощью гнева до какой-то степени. Например, мы знаем, что Господь Шива, он испепелил Камадеву. То есть сила гнева, она превосходит силу вожделения. Поэтому для того, чтобы избавиться от влечения к противоположному полу, например, можно разгневаться на противоположный пол. На те проблемы, которые этот противоположный пол создает. И некоторые действительно таким образом понимают духовное знание, что вот духовное знание означает, что противоположный пол – это майя, что этот противоположный пол создает серьезные проблемы, он как бы обуславливает, он затягивает в болото, и поэтому мы объявляем войну общению с противоположным полом. И эту войну нам помогает объявить философия. Философия представляет из себя вызов, то есть это объявление войны иллюзий. Таково определение философии. То есть философия – это объявление войны иллюзий. Но мы должны очень хорошо понимать, что существуют два типа философии. Существует философия, которая как бы согласуется с бхакти, и есть философия, которая как бы препятствует развитию бхакти в человеке. Вот эта вот философия, которая препятствует развитию бхакти в человеке, она основана на гневе, то есть на гьяне. Гьяна – это гнев, то есть двеша. Рага – это карма, двеша – это гьяна. То есть Рупа Госвами Прабхупада говорит о том, что, становясь на путь чистой преданности, преданный должен быть свободен от примеси гьяны и кармы. То есть гьяна кармади навритам означает, что его как бы отношение к миру не должно быть покрыто гьяной и кармой. Поэтому вот этот момент, он очень важен. Мы должны очень... Первый как бы момент, который я хотел бы отметить, можете как-то вот подумать об этом. Мы должны понимать, вот в нашем мировоззрении присутствует ли неприязнь. Вот когда мы слышим духовное знание, когда мы общаемся со своими близкими, с представителями противоположного пола, с материалистами, мы должны понимать в нашей, как бы, в нашей решимости, вот в нашей, как бы, в нашей борьбе, которую мы ведем, присутствует ли момент неприязни, присутствует ли момент злобы. Вот именно вот это. Есть ли вот эта вот энергия? И если она есть, она действительно разрушает. Она разрушает привязанность, она разрушает вожделение. Но что мы получаем в результате? В результате мы получаем нирвишеша шуньявада. То есть мы получаем некий имперсонализм в отношениях. Мы получаем отсутствие вкуса к жизни. Как внутри своей семьи, так внутри вайшнавской общины, так внутри своего собственного сердца. Мы теряем вкус к жизни. Я буду более подробно об этом позже говорить. Это как раз результат двеши. То есть двеша, если рага дает ложный вкус, то есть она дает ложную расу, да, рага, то двеша, она как бы избавляет от этой раги, но при этом она лишает человека вкуса к жизни. Она делает его апатичным, делает его пустым. То есть дает ему вот это ощущение ложного освобождения.
Поэтому очень важно, когда мы слушаем наставления, они не должны развивать у нас вот это вот двешу, некое противостояние тому, что причиняет нам проблемы, причиняет нам страдания. Если мы это противостояние развиваем, это означает, что мы культивируем не чистое бхакти, а гьяна бхакти, то есть оно смешано с гьяной. Вот это одна из главных, вот это вот гьяна бхакти, ложное понимание бхакти-йоги, оно является главной причиной, может быть, на 70% оно является причиной того, почему преданные не могут жить в общине, не могут иметь полноценных общин. Потому что понимание бхакти-йоги, оно искажено. Есть какие-то вот моменты, которые хотите прояснить? Это просто определенный смысловой блок. Вот сейчас вот мы так немножко очертили его. Какие-то вопросы по нему есть? Да, пожалуйста. Не включил. Спонтанно должна перейти в группу Мадхьям. Но как бы есть ли внутри группы Каништ такой побуждающий фактор, который приведет ее к тому, что она спонтанно сделает этот переход? Мы как раз и будем об этом говорить. Это тема, сама как бы стержневая вот эта линия, да, нашего разговора за эти 3 дня. То есть мы будем эти вещи обсуждать. Если ты будешь не удовлетворен, допустим, завтра мы это на предмет, ты снова поднимешь этот вопрос, и я постараюсь еще что-то как-то, чтобы это у нас возникло, дополнилось. То есть реально группа Каништ, она не может превратиться в группу Мадхьям, потому что в любой сообществе Каништ заложена вот эта вот двеша. То есть там заложена злоба, конкуренция и зависть. И поэтому эта группа, она имеет только одну тенденцию, она имеет тенденцию к развалу. Это, собственно, подтверждает опыт многих попыток создания каких-то сообществ, да, в том числе и вайшнавских. То есть они в основном в начале там присутствует ложный энтузиазм, поскольку, конечно, очень много самомнения, они о себе очень много воображают. Они думают, что вот мы сейчас тут построим общину, у нас тут будет духовный мир в отдельно взятом дворе, как бы. А потом все заканчивается чем? У людей появляется неприязнь, появляются конфликты, появляются какие-то реальные уже, как бы, вот, ну, люди просто друг на друга уже смотреть не могут без таких чувств негативных. Это означает, что каништхи, они как бы не в состоянии переваривать вот эту вот естественную энергию материального мира, они не в состоянии ее трансформировать. Для этого там должен быть хотя бы один Мадхьяма, такой вот серьезный, устойчивый как бы человек, который находится на уровне определенном. Как раз нам нужно будет вот человек, который контролирует свои побуждения. Вот, если там есть хотя бы один такой человек, то это уже как бы очень серьезная вещь, подает серьезные надежды на развитие. Да. Вы сказали, что гнев на противоположный пол, он способен уменьшить вожделение или вообще убрать. Но вообще-то на самом деле наоборот, то есть это как бы привязанность возникает, то есть только, как сказать, со знаком минус. Но вожделение-то уходит? Но оно не уходит, оно остается. Оно подавляется. Больше. Подавляется? Конечно. До какой-то степени, но внутри оно сохраняется. Корень остается. Мы поэтому говорили, до какой-то степени это решает проблему. Мы не говорили, что полностью решает. Мы говорили, до какой-то степени. Слова очень точно нужно использовать. То есть до какой-то степени происходит подавление. Но полностью проблемы вожделения решает только любовь. Да, пожалуйста, ваш момент. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, а как правильно строить отношения с человеком, который демонстрирует вот эти качества гнева, да, раздражения?
и совершенно не задумывается о том, что какая-то у него проблема есть. А с этим человеком надо строить отношения. Допустим, это родственник какой-нибудь близкий. Как здесь правильно себя вести? Спасибо. То есть гнев, как вы знаете, он проявляется как неудовлетворенность человека в сфере отношений, в сфере чувственного какого-то вот, ну, удовлетворения. То есть человек недополучает какой-то любви в его понимании, он недополучает к себе определенного внимания и так далее, поэтому он испытывает гнев. То есть, по сути дела, гнев есть не что иное, как реакция на несбывшиеся ожидания. Поэтому если люди гневаются, это означает, что они считают, ну, в отношении вас. Это не значит, что они считают, что вы им как бы крупно, ну, задолжали. То есть есть какой-то долг, который, возможно, вы даже не понимаете, что он есть. Может быть, вы ничего не обещали, но человек, он думал, что вы должны, ну, как бы, он ожидал этого. И теперь, поскольку он этого не получил, он гневается на вас. Вы можете даже не понимать, почему он гневается, но, тем не менее, это реальность определенная. Что с этим делать? Нужно постараться как бы человека умиротворить. То есть человека можно умиротворить, для этого нужно просто уделить ему внимание. Причем речь идет не о том, что нужно человеку как бы льстить, а просто нужен эмоциональный контакт. Мы зачастую не понимаем, что в наших отношениях друг с другом мы как бы не даем вот этого ощущения присутствия. То есть вот мы общаемся друг с другом, да? Но мы не даем другому человеку ощущение вашего присутствия в его жизни. То есть как бы на эмоциональном уровне отношения очень поверхностные. То есть человек не чувствует, что мы действительно интересуемся его жизнью, интересуемся тем, что происходит. Если он получает такое внимание, это достаточно аскетично, потому что часто бывает, он начинает сразу на нас вываливать все свои какие-то вот там, начинает говорить о чем-то таком, и нам тяжело становится, да, все это воспринимать. То есть как только мы пытаемся врачеванием каким-то заниматься души, мы сразу выясняем, что это очень неблагодарная работа. Вот. И в этот момент нужно нам как бы постараться дать, то есть человек жалуется, он как бы дает понять, что он неполноценен, нужно дать ему понять, что у тебя все хорошо на самом деле. Я в тебя верю, я верю, что в твоей жизни все хорошо будет, как бы в твоей жизни она, ну, нормальная, благословленная. То есть человеку надо дать вот это чувство как бы защиты, чтобы он не вываливал вот это все свое, как бы, вот эту всю свою неполноценность. И в какой-то момент человек должен это услышать, потому что когда он это слышит, его отношение к жизни, оно меняется, потому что он получает веру. Он получает веру, что есть Бог, что есть настоящий как бы человек, который от Бога может ему это сказать. Поэтому зачастую мы не даем вот этого, мы не даем главного, что мы должны давать друг другу. Мы не даем ощущения преданности, что есть какая-то преданность в этом мире, есть то-то, что-то, на что можно опереться. Поэтому человек, он все, что он может себе как бы представить, это просто как бы попытки что-то брать от близких, побольше денег заработать, побольше наслаждаться, понимаете? То есть человек думает, что таким образом он станет счастливым. Почему? Потому что в его жизни просто не было опыта преданности. Никто этой преданности не проявлял. Он просто не понимает, что это такое. Мы даже не подозреваем, насколько люди несчастны в этом мире. Они ходят, они неприкаянны, как привидения. У них нет внутри никакой опоры, основы, на которую люди могли бы опереться. Это и есть состояние страдания. Вот поэтому, когда проявляется гнев, это означает, что человек, он гневается вот таким образом. Он просто выражает свою неудовлетворенность этой жизнью материального мира. Да, пожалуйста, ваше. Кришна, ваше тещество, вы просили сейчас вот дать как бы оценку первой части, да, вот, то есть, что мы поняли. Как-то я плохо слышу, подальше лежите. Да? Да. Вы сейчас, ну, как бы, ваш посыл был, чтобы, ну, дать оценку того, что вы сейчас сказали, как мы это поняли. Да, да. Пожалуйста. Я так понял, что вы дали научное описание нашей неискренности, да, то есть вот откуда она проистекает. То есть мы как бы искусственно живем, да, как бы в основном. Да, асад, это называется асад. Несуществование. То есть человек
как Шрила Прабхупада пишет в предисловии к Бхагавад-гите, человек существует в атмосфере несуществования. Вот это проблема основная. Так мы, вот эту вот нашу с вами философию, мы ее естественным образом изменяем, потому что Канишка, он воспринимает определенные вещи, поскольку разум еще материалистичен, не одухотворен. Этим отличается Канишка от Мадхьямы. Мадхьяма разум одухотворен. Соответственно, поскольку разум материалистичен, то человек искажает духовное послание. И когда он его искажает, то возникает вот эта двеша. Возникает просто вот это, вырабатывается вот этот момент какой-то искусственности. Например, скажем, вот говорится, да, о том, что человек, который контролирует себя, он ну, не привязан, да, то есть мы говорим часто о непривязанности. Непривязанность, когда человек слышит, конечно, слово непривязанность, он-то воспринимает с позиции войны, с позиции агрессии. То есть непривязанность означает отрицание. То есть разум Канишки автоматически, когда слышит слово непривязанность, он воспринимает это как отрицание, как противопоставление, как противоположное что-то. То есть непривязан к своей семье означает, семья это майя. Это и так понятно, что это майя. Майя означает либо иллюзия, когда вы привязаны, когда вы хотите наслаждаться, либо это энергия. То есть это кшетра, которая дана человеку для совершенствования, то есть это божественная энергия Господа. Майя означает либо иллюзия, либо энергия. В зависимости от того, как мы воспринимаем. Поэтому непривязанность означает, что человек живет с майей, но он не привязан. Что означает не привязан? Непривязан означает, что он не находится в позиции наслаждающегося. Поэтому майя не оскверняет его сознание, а наоборот, становится источником его прогресса, его развития. Поэтому, если преданный воспринимает слово непривязанность, допустим, к семейной жизни, как указание на отрицание семейной жизни, это означает, что его восприятие является восприятием оскверненным гьяной, то есть вот этим как бы гневом. В основном, на такие вещи люди клюют на эти вещи. Почему люди клюют на такого рода как бы послания? Почему они клюют? Потому что у каждого из нас есть проблемы во взаимоотношениях. Любые взаимоотношения, как только вот мы становимся вместе, вот мы, вот пока мы здесь 2-3 дня, у нас все хорошо, да? Но если мы здесь пару недель поживем, то нам захочется как бы непривязанности. Понимаете? Потому что начнутся проблемы реальные. Как только люди друг друга близко узнают, они обнаружат, о, так он, оказывается, несовершенен. Оказывается, это не чистый преданный. Оказывается, это там и это есть, и гнев есть, и зависть присутствует, и вожделение присутствует, и сколько еще всего. И сразу возникает желание отречься. Хочется отречься, понимаете, саньясу принять. Уйти из общества преданных. Вот, то есть вот этот момент, он носит принципиальный характер. Все хорошо до тех пор, пока нет семьи. Когда появляется семья, начинаются проблемы. И вот человек думает, он слышит эту философию, думает, нужно быть непривязанным. И что он делает? Когда у него появляется, например, со стороны близких, появляются какие-то проблемы в сторону его духовной практики, он начинает думать, ну я же должен быть непривязан. И он начинает игнорировать сигналы, которые поступают от его семьи, сигналы, необходимые для того, чтобы человек что-то понял, чтобы он осмыслил какие-то вещи. Кришна ему что-то дает, он это игнорирует. Почему? Потому что он должен быть непривязан. Допустим, мы должны быть непривязаны к противоположному полу, да? Эта непривязанность проявляется в том, что, допустим, есть мужчины и женщины. Допустим, в алтарной, вот я сегодня наблюдал, мужчины, у них свой круг, у женщин свой круг. С точки зрения культуры это идеально. То есть существует как бы женская кшетра и мужская кшетра. Так должно быть. Но когда мужчины находятся здесь, в своем общении, в своей санге, они должны понимать, что там, на той половине, находятся их сестры, матери, бабушки, дочери. То есть должна быть связь определенная.
И женщины должны понимать, что на этой стороне находятся их мужья, братья, отцы. Понимаете, да? Вот это называется культурой, вот это называется общиной. Тогда это разделение, оно благоприятно. Потому что у женщин возникает своя культура, необходимо она формируется, у мужчин возникает своя культура. Они принципиально различны. Потому что в мужской культуре формируются определенные качества мужские, то есть способность преодолевать препятствия, способность решать проблемы, способность совершать аскезы и так далее. Это все для этого необходимо мужское сообщество. В женском сообществе формируются качества мягкости, гармонии, способности вести домашние дела наилучшим образом, вдохновлять мужчин и так далее. То есть все эти женские качества, они формируются в женском коллективе. Об этом Рупа Госвами дальше будет говорить, он будет говорить о разных уровнях, да, в наставников. То есть все это есть, но если при этом присутствует двеша, то есть вот это ложное понимание непривязанности, мужчины не привязаны к женщинам, в смысле они их игнорируют. То есть у женщин есть очень серьезная как бы, проблема. Они, как бы, природа женщины в том, что она, как бы, она, ну, есть зависимость эмоциональная. То есть женщина всегда, она как бы она нуждается в том, чтобы чувствовать, как бы, что она есть, что она нужна там, и так далее. То есть она что-то делает, есть определенное присутствие в семье. То есть нуждается в семье. И если происходит игнорирование со стороны мужчины, то у женщины появляется неудовлетворенность. Понимаете, да, этот момент? Когда возникает неудовлетворенность, это проявляется в общении как присутствие каких-то сплетен, каких-то разговоров, каких-то обсуждений, появляются какие-то моменты зависти, понимаете? Она усиливается, эта зависть. Вместо того, чтобы уходить, она начинает возрастать. Поэтому если эта энергия, как бы, она есть в каждом из нас, независимо, мужчина либо женщина, женская энергия присутствует в каждом, пракрити. И также мужская энергия присутствует в каждом, поскольку мы все есть дух. Но мы знаем, что в теле женщины вот это пракрити, ее в 9 раз больше, чем у мужчины. То есть вот эта вот потребность в том, чтобы ну, как бы быть принятым, быть ну, как бы замеченным, как-то вот, быть успешным, она в 9 раз больше, чем в мужском теле. Поэтому, если мужчина считает, что непривязанность к женщине означает игнорирование, то результатом будет что? Результатом будет война. У него не будет благословений со стороны пракрити, и как следствие это неудовлетворенные чувства, неудовлетворенный разум. Все будет неудовлетворенное. Почему? Потому что именно женская энергия, она отвечает за мир, за, как бы, за гармонию. То есть если женщины не удовлетворены, то вообще не будет никакого мира, не будет, будет очень сильная вот эта агрессия эмоциональная, очень много зависти будет. Поэтому я это говорю всем, это касается и женщин, и мужчин одинаково. Мы все как бы женщины с определенной точки зрения, поскольку внешне мы все пракрити, мы все как бы воплощены. У нас у всех есть тело. Есть ум, там, чувства, это все пракрити. Мы все женщины с внешней точки зрения. Поэтому мы все находимся в эмоциональном дефиците определенном. Да? И в каждом также из нас есть вот эта вот духовная энергия, энергия духовного изобилия, энергия служения, она присутствует в каждом. Но мы должны понимать, что духовное совершенство, оно достигается тогда, когда пракрити одухотворяется. И вот чтобы эта пракрити одухотворялась, чтобы природа, она как бы расцветала, чтобы все становилось гармонично, для этого нужны духовные усилия. То есть энергия духа должна быть направлена на пракрити. Не игнорировать пракрити, она должна быть направлена на нее. Мы должны обращать внимание на состояние своего разума, на состояние своего тела, на состояние своей семьи. Мы должны обращать на это внимание. Сознание Кришны необходимо для того, чтобы все это одухотворить. Но если мы не обращаем на это внимание, если мы не привязаны, то как мы можем это одухотворить? Поэтому результат возникает такой, что он может быть как бы такой, что если мы хотим быть непривязанными в этом смысле, как это понимают гьяни, лучше просто уйти куда-нибудь в Гималайи, в лес и практиковать там йогу в уединении. Но если мы находимся в обществе,
то понимать эти вещи необходимо в соответствии с ачарьями, а не в соответствии со своими собственными желаниями избавления от страданий. Понятно, что семья причиняет страдания. Понятно, что тело причиняет страдания. Понятно, что ум причиняет страдания. Но для преданного это не повод, чтобы просто как бы вот избавиться от всего этого. Это невозможно. Вопросы, протесты, комментарии? Да. Может быть, я недопонял или прослушал, но у меня вопрос такой еще сперва был. Думал, может быть, в дальнейшем будет это обсуждаться. Если, допустим, сейчас я нахожусь, частенько вы говорите об этом состоянии дефицита, то есть вот сейчас я нахожусь в таком состоянии, и все, я оцениваю, то есть как бы киртан меня наполнил или не наполнил, то есть как бы послужил нектарно или не нектарно там. Ну, смотрю, послужил не нектарно, пойти, может быть, в гастроном там, ну... Думаешь, голова болеть будет, то есть как бы состояние дефицита, оно есть. И а как быть-то тогда? Вот, то есть вот такой вот вопрос. Про пустоту вы сегодня говорили, и я сижу и думаю, ну да, вот про меня разговор идет. А быть-то как? То есть надо чего-то с этим делать, ну потому что ну невозможно же уже, ну правда, серьезно вам говорю. Я знал, что кто-то это скажет обязательно. Я вас просто, как сказать, актуализирую, то есть, чтобы у вас голод усилился. Сначала о плохом, потом будет о хорошем больше. Сначала мы должны, как сказать, диагностировать ситуацию, да, диагноз должен быть максимально точным. Я очень рад, что вы свой диагноз уже поставили. Это хорошо. Может быть, не все. Кто-то здесь есть в изобилии, вот, который вот в изобилии? Есть такие? Я хочу поклониться. Садху, в соответствии с Рупой Госвами, я должен принять его своим гуру. Наезд такой, да, неожиданный. Еще протесты? Да, Сима Чандра Прабху. У меня не протест, у меня вопрос. Я вот не совсем понял, это вот смесь гьяны и бхакти. То есть она как-то так для меня расплывчато все это прозвучало. Поточнее бы мне. Карма означает вовлечение своих чувств с целью их наслаждения. Так? То есть дело действует ради наслаждения плодами своей деятельности. Гьяна – это попытка избавиться от чувственной деятельности как источника страданий. С помощью чего? Философии, знания. А бхакти – это нечто непостижимое ни для кармы, ни для гьяны. То есть бхакти – это использование своих чувств. То есть это деятельность чувств. Но при этом в этой деятельности отсутствуют попытки удовлетворения себя, своего самонаслаждения. Поэтому для бхакти есть определение юкта-вайрагия. Юкта означает вовлечение чувств, а вайрагия означает без желания наслаждаться. То есть вайрагия – это гьяна, юкта – это карма, а юкта-вайрагия – это бхакти. Очень трудно понять, что такое бхакти. Для этого, собственно, и обсуждение. То есть это сложный предмет. Да, Шри Говинда Прабху. Возникает страх такой, да, что, ну, то есть карма означает, что мы действуем, да, то есть мы вкладываем усилия, и мы получаем, ну, какие-то там объекты чувств, да, которые нам какой-то вкус дают жизни. Да, да, да. А тут мы в бхакти, да, то есть мы должны как бы свои чувства задействовать, то есть работу приложить, да, а получим непонятно что, то есть получим мы или не получим. То есть это зависит уже вообще не от нас, да. Это еще хуже ситуация, даже не от нас зависит. То есть какая-то страшная такая ситуация. Спасибо, очень важное замечание. Итак, я немножко отнесусь к этому, потому что важно, мы не должны это упустить, это такой вот момент как бы творческий. То есть очень важно по этой причине, что
вот бхакти-йога, она, собственно говоря, начинается тогда, когда преданный обнаруживает, вот для практики, допустим, гьяны существует пракрити, да, и есть, собственно, само живое существо, которое пытается себя отличить от пракрити, то есть я не пракрити, ахам брахмасми, то есть я суть брахман, да. Но проблема заключается в том, что этот брахман, которым мы являемся, он имеет тенденцию попадать под влияние пракрити. И поэтому, собственно говоря, сама практика бхакти становится возможна тогда, когда человек реализует парам брахман, то есть брахман, который находится как бы выше моей, то есть это как бы брахман, который дружественен по отношению ко мне. И этот брахман является хозяином, господином пракрити. То есть если я не обнаруживаю, смотрите, какая существует вещь, то есть какой момент существует. Есть брахман я и есть брахман высший, парам брахман. И между этими двумя брахманами существует естественная связь. И вот когда мы эту связь обнаруживаем, вот это и есть бхакти-йога. Поэтому бхакти-йога начинается тогда, когда мы обнаруживаем в себе присутствие брахмана, который, в общем, дает нам то же самое, что дает нам пракрити, но без страдания, он дает нам духовную любовь. Не корыстную любовь, вот эту вот, любовь одиночки, а он дает нам истинную, блаженную любовь. Это вот тот опыт, который позволяет человеку отрекаться от материального наслаждения, от необходимости материального наслаждения. Если у человека такого опыта нет, то тогда он будет шарахаться либо в карму, либо в гьяну. Это объективно, неизбежно. Да, пожалуйста. Еще у вас будет микрофон? А Матаджи еще, да? Давайте сначала Матаджи, потом. Передайте, пожалуйста. Или там не было вопросов? Хорошо. Сейчас у того же микрофон. Один вопрос. Но когда вы говорите о связи брахмана и пара брахмана, да, мы можем только контролировать на уровне ума. Вот что приводите гьяне, на уровне ума успокоить себя. А как дальше быть? Почему на уровне ума? Ну потому что эмоциональное удовлетворение, которое мы получили, если мы не получили. Если я имею в виду, если мы не получили эмоциональное удовлетворение пара брахмана, мы же можем только на уровне ума себя контролировать. Безусловно. А вот в том-то и весь причина. А когда будет на уровне не ума, а выше на уровне сознания души? То есть опять тот же самый вопрос. Когда начнется бхакти-йога настоящая? Для того, чтобы началась настоящая бхакти-йога, нам необходимо еще два стиха изучить. Мы только начинаем процесс. Еще вопросы, пожалуйста, минут пять еще можем этому уделить. Хари Кришна, вот подскажите, пожалуйста, в первой части вы сказали, что у человека возникает апатия, да, вот разочарованность в материальном мире. А не является ли это дополнительным стимулом, чтобы вот поскорее вернуться в духовный мир? Это хороший момент. Это является дополнительным стимулом для духовной практики. Вот. Просто это мы тогда возвращаемся, да? Мы возвращаемся к мотивации Каништхи. Очевидно, что это мотивация Каништхи. Каништха с помощью духовной практики он решает свои личные проблемы. Именно об этом в начале речь-то и шла. Поэтому это хорошо. То есть на данном этапе духовного развития это нормально, это хорошо. Мы должны это приветствовать. Но мы сейчас поскольку мы говорим о создании вайшнавских общин, то очевидно, что кто-то из нас, из присутствующих здесь, должен обладать более высокой квалификацией. В противном случае мы не можем говорить о создании общины, потому что Каништхи не могут жить общиной. То есть этого недостаточно. Вот вопрос еще такой есть. А вот... Часто бывает так, вот видишь людей в материальной жизни обычной, которые, может быть, они как бы, ну, внешне нерелигиозные, но вот у них проявление бхакти может быть, да, какое-то, то есть вот по их стилю жизни, отношению к людям. Или это какая-то сатва там что-то. То есть если человек не имеет вот этого как бы знания такого, как бы не читал он, может быть, никогда, но с прошлой жизни он мог этот иметь опыт любви к Богу, а потом он передается другим людям.
это является носителем бхакти человека, или это уже что-то другое? У него может быть бхакти мукхи сукрити, то есть благочестие в бхакти возможно. То есть человек умеет как бы ориентированную к преданному служению этику. Такое возможно. Это, собственно, и есть сатвическая этика. Она, но это как бы даже больше, чем обычная сатвагуна. Это способность человека воспринимать присутствие, духовную истину интуитивно. Такие люди есть. И, собственно говоря, когда такие люди приходят, они становятся преданными очень высокого уровня. Это реально, да, конечно. Вот вы сказали, что вожделение можно успокоить гневом, да? А есть какой-то экологичный способ? Какой-то что? Более экологичный способ. Экологичный способ? Бхакти? Бхакти-йога? Она является экологичным, единственным экологическим способом. Извините, если немножко не в тему. Я просто слышал, что вот вы рассказали о том, что в гьяне содержится гнев. Вот я просто хотел спросить, вот часто люди пытаются разобраться в своем ложном эге, и ну, вообще в ложном эго, да, разбираются, и от этого становятся и более гневливыми, видят в других ложное эго, и как оно работает, и постоянно об этом пытаются проповедовать. То есть, и то есть потом, поэтому на пути самосознания человек становится более гневливым. То есть почему это происходит и стоит ли вообще вот тогда пытаться разобраться в своем ложном эге? Может быть, просто стоит постигать игры Кришны там? Спасибо. Очень интересный вопрос. То есть все слышали, да? То есть микрофон был. Очень интересный вопрос, потому что это интересно, потому что работает как раз на определенную замену, да, знания. То есть мы слушаем знания о ложном эго, о всех элементах материального мира, которые описываются в Бхагаватам, с одной единственной целью. Для того, чтобы научиться отличать себя от своего ложного «я», то есть научиться вот этому способность, вот это проявить в Вивека Шакти способность развлечения. Потому что когда человек различает, он перестает зависеть от этого. И вот это знание, оно должно привести, если оно правильно понято, к тому, что мы не как бы мы видим это ложное эго, но мы не обращаем на него внимания, потому что мы себя с ним не отождествляем. Это вот есть, можно привести такое сравнение, аналогию. Вот как, представьте, джунгли. Животные вышли на водопой. И они видят, тигр пьет воду из реки. Они пьют воду где-то в сторонке от него, и он тоже пьет воду где-то вдалеке. Они спокойны, потому что они его видят. Тигр пьет воду, мы его видим. Значит, тигр сыт. Верно? Но когда тигр исчезает из виду, тигра не видно. Животное сразу впадает в беспокойство. Тигра не видно. Мы не знаем, что у него на уме. Может, он готовится к прыжку в данный момент. Вот точно так же с ложным эго. Это тигр, это образ ложного эго. То есть, когда мы не видим своего ложного эго, это мы должны быть, мы будем в беспокойстве, потому что мы не знаем, где, в какой момент это я действую, в какой момент это действует моя иллюзия действует. Да? То есть, я не знаю, это я вообще действую в данный момент. То есть человек теряет сам себя, он становится как бы, у него появляется беспокойство, вот этот дефицит внутренний. А когда человек видит свое ложное эго, он понимает, вот есть ложное эго, оно живет по своим законам, но это не я. И человек спокоен, он удовлетворен. Поэтому парадокс, вот это знание, оно дает нам возможность видеть, иметь даршин вот этой материальной энергии, как бы, ну, неважно, материально она или духовная, это уже другой вопрос. Мы видим пракрити, если мы ее видим, у нас все хорошо. Но если мы не видим, это означает, что мы с ней сливаемся, это означает, что мы как бы находимся под влиянием ложного эго, да? Потому что функция ложного эго как раз отождествление духа и материи. Поэтому знание дается для того, чтобы человек мог отличать себя от этого. А что делает человек, когда он слушает об этом? Он начинает медитировать на свое ложное эго, то есть он начинает как бы еще больше, то есть оно, это как бы он начинает еще больше впадает вот в это состояние как бы отождествления.
Вот поэтому мне очень нравится вот этот вот пример с Кришной, вот эта лила, которая была, я рассказываю иногда, когда Кришна победил Ракшаса в лесу. Это история из Махабхарады, когда Ракшас пришел, пандавы спали, он вызвал на сражение, да, и все шли сражаться с Ракшасом. И никто не мог его победить. Пандавы сражались по очереди, и Ракшас только сильнее становился. Даже Господь Баладева, он не смог справиться с Ракшасом. Это вообще уже. Никакие ворота не лезет. Потому что Господь Баларам — это сам Кришна. Но Ракшас победил даже, ну, не то, что победил, просто Баладева устал с ним сражаться. Вот. И когда Кришна вышел сражаться, он просто начал над ним смеяться. То есть чем больше Ракшас задирался, тем больше Кришна хохотал. То есть ему просто было смешно. Он говорил: какой ты Ракшас, ты посмотри, ну ты же просто как бы ты просто смешон. Чем больше Кришна над ним смеялся, тем меньше Ракшас становился. Его сила, она убывала. То есть, иначе говоря, вот эта попытка преодолеть свое эго с помощью силы, даже духовной силы, которую олицетворяет Баларама, ни к чему не приводит. Есть люди очень харизматические в проповеди, такие сильные личности, у которых столько духовного могущества, но они не могут справиться со своим ложным эго. У них появляются какие-то серьезные духовные проблемы. В какой-то момент человек может оказаться в ловушке каких-то своих анартх, хотя у него была сила духовная. Ложное эго все равно побеждает. Только с помощью вкуса, расы, с помощью вот этого, как бы, вот этих, с помощью любви можно как бы научиться отождествить себя с эго, смеяться над ним, над его могуществом. Вот это путь для преданного. Поэтому преданный, он никогда не встает на этот, как бы на эту тропу объявления войны. И вот когда Шрила Прабхупада говорит объявление войны иллюзорной энергии, это как раз и есть та самая вещь, которая обозначает вот момент, как сказать, того, что преданный должен быть бескомпромиссен в этой позиции, в своей духовной позиции. Но в то же самое время Шрила Прабхупада говорил: я боюсь майи, потому что майю победить невозможно. Шрила Прабхупада боится майи, потому что он понимает, насколько она могущественна. Преданный не боится майи. Он готов сражаться, кромсает ложное эго, свое, окружающих. Вот. Он не понимает того, что майя, она, ну, таких вещей не прощает. Вот. И как бы... Вот эта вещь, когда мы считаем себя такими преданными, да, и вот что мы сейчас победим майю, она очень опасна. Потому что майя, она очень чувствительна, она служанка Кришны, и она сама преданная. Она думает: вот, появился преданный. Я хочу пообщаться с преданным. Тем более он еще говорит, что он как бы хочет победить меня. Это вообще великий преданный. Я люблю общаться с великими преданными. Как, например, она пришла к Харидас Такуру. Хотя Харидас Такуру не объявлял ей войну, он просто повторял Харинаму. Но слава разнеслась, и майя пришла, чтобы пообщаться с великим преданным. Но Харидас действительно оказался великим преданным. Он не считал себя, что он может победить майю, он просто пригласил ее, так сказать, вместе послушать святое имя. Вот. Но когда майя приходит пообщаться с нами, то у нас возникают совсем другие предложения. Понимаете? Поэтому не нужно считать себя великими преданными, которые способны преодолеть там ложное эго, свое или чужое. И вообще, мы не преданные, мы слуги слуг преданных. Вот наша сварупа. Мы просто слуги слуг преданных. Вот это сварупа, на которую нужно медитировать. И тогда майя, она, ну, как бы, она благоволит к такой дживе. Она благословляет такую дживу. Поэтому ложное эго – это та вещь, которую мы должны уважать. И ложное эго дает нам возможность занимать смиренную позицию.
иметь правильные ориентиры в духовной жизни, понимать свое истинное положение. И оно совсем не препятствует нашему преданному служению, потому что Кришна гораздо могущественнее. Мы можем заниматься преданным служением, даже имея ложное эго, никаких проблем нет. Вот. Для этого нужно просто принимать прибежище у духовного учителя, у вайшнавов, и мы служим, мы можем быть чистыми преданными. Ложное эго – это просто тело. Когда мы будем оставлять этот мир, ложное эго будет разрушено вместе с этим телом. Вот так это выглядит. Поэтому вот эта идея в отношении преодоления своего ложника, как некоторые там изволят выражаться, она достаточно самонадеянная, как, в общем-то, многое из того, что мы делаем в духовной жизни. Поэтому это не работает. Какие-то еще есть актуальные вещи? Пожалуйста, последний тогда момент. Пойдем дальше. Вот, такие могут быть проблемы. Вот, ну, человек видит у другого какое-то негативное качество, у другого видит тоже негативное качество. Вокруг столько негативного у людей, но при этом человек понимает, что он видит только то, что в нем в самом проявлено. На это он в основном внимание обращает. И когда человек эти вещи понимает, то у него возникает такое мнение, что он не вправе указывать людям на эти вещи, потому что он сам не лучше. И здесь происходит такой тупик, значит. Людям чуть-чуть вроде подальше, бы, держите микрофон, чуть-чуть подальше. Людям вроде бы нужно как-то указывать на их недостатки, но морального права у него на это нет. И здесь тупик получается, замкнутый такой. Тупика не возникает в том случае, если человек действует, преданный действует в настроении служения. В настроении служения, когда он действует, он не критикует. Он предлагает помощь. Это разные вещи. То есть смотрите, какой момент. Когда вы принимаете наставника, то наставник, вот прежде чем человек стал наставником, преданный стал наставником для кого-то, он спрашивает, ты нуждаешься в моей помощи, то есть ты готов принимать от меня помощь? Человек говорит, да. То есть это не момент критики. Наставник предлагает помощь, потому что его попросили об этой помощи. Он ее оказывает ровно настолько, насколько человек способен ее принимать. Здесь не возникает вопроса протеста. Но если мы сами как бы хотим человека изменить, не имея на это полномочий, то тогда это уже момент критики, безусловно. Поэтому это совершенно разные вещи. Вот. И прежде чем человеку давать какие-то советы, даже если у вас есть на это право, лучше спросить у человека, ты хочешь, ну, у меня есть что тебе сказать, ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Потому что человек должен понимать, что то, что ему предлагает, это момент именно помощи, иначе ложное эго включится. И вот это вот в эгом побуждение, человек не справится, у него проявится гнев. Он просто не заметит этого, потому что это происходит спонтанно. Вот вы сейчас говорите правильные вещи, но это на уровне гьяны. А в реальной деятельности, когда включаются эмоции, когда вот реальная ситуация возникает, да? Допустим, вам что-то сказали. И в этот момент мы забываем о наших философских представлениях и руководствуемся тем, что нам подсказывает сердце. Вы согласны с этим? То есть философия у нас может быть правильной, мы можем даже лекции на эту тему читать. Но когда дело касается конкретной ситуации, конкретного совершенно вот, конкретного вопроса, мы реагируем в соответствии с нашей расой, с тем, какой вкус мы испытываем внутри, есть ли божественное присутствие в нашем сердце. Или там присутствует дефицит. Если там присутствует дефицит, то реакция будет именно такая, которую говорит Рупа Госвами. Хотя философия у нас при этом правильная. Вот, по этой причине, если мы хотим что-то изменить в человеке, мы должны дать ему возможность разотождествить себя с ложным эго в этот момент. То есть ты готов слышать какие-то вещи, может быть, ну, неприятные, там, я хочу как друг тебе сказать. Говорит, да. И в этот момент он как бы занимает позицию, я душа. И даже если ложное эго будет пищать, я готов как бы, ну... Вот это называется настроение служения, то есть это проявление уважения к личности. Мы помогаем личности
что-то узнать, что-то понять как бы дополнительно. Мы способствуем этому, а не так, что мы хотим просто боль причинить человеку. Мы же не насильники, мы же не занимаемся каким-то вот духовным насилием, чтобы там избавить человека от эго. От эго человек избавляется естественным образом, когда у него меняется мировоззрение, то есть меняется его как бы адхикара, квалификация. Хорошо, итак, вот этот момент, то есть мы сейчас обсуждаем первый текст Упанишадамриты в контексте как бы формирования вайшнавского сообщества. У меня вопрос, прежде чем мы пойдем дальше. Вы как, не устали? Или вы устали? Нет, хорошо. Сколько у нас сейчас времени? И у нас до 2:30, да? Так, здесь Рупа Госвами Прабхупада говорит о том, что вот, это, вот эти качества, они позволяют человеку быть тем, кто как бы является хранителем духовного сообщества. Да? То есть такой человек может быть гуру, иметь учеников повсюду в мире. То есть фактически он может выполнять вот эту функцию наставника, функцию того, кто, вокруг которого строится общество. Да? И дальше. В следующем стихе Рупа Госвами говорит о том, что же разрушает эту квалификацию. По сути дела, очень важно понимать, что вот эти моменты, которые здесь говорятся в первом стихе, они отличаются от того, что делают. Эти же качества до какой-то степени могут проявлять и карми, и даже гьяни. Благочестивые карми и гьяни, они могут проявлять контроль чувств. Допустим, с помощью философского анализа человек может достичь какого-то такого равновесия, какого-то беспристрастности какой-то, победить вожделение до определенной степени, побуждение там, говорить. То есть вот философия, она приучает человека к молчанию, к такой содержательности какой-то внутренней. Да? Видно, что у преданных очень серьезная вот эта вот вещь. У преданных вообще народ достаточно болтливый, так вот, если правду говорить. То есть если несколько преданных вместе садятся, они начинают сразу как бы вступают в сангу. Вот. И проблема заключается в том, что часто это именно асад-санга. То есть, хотя преданные могут говорить на какие-то духовные темы, но признаком асад-санги является определенная эгоцентричность. То есть человек говорит сам и практически не слушает, что говорят другие. То есть если человек просто говорит то, что он хочет сказать, вот у него есть побуждение говорить, он что-то услышал умное, что возбудило его ум, и он теперь это все как бы на других вываливает, то это, ну, не является признаком сад-санги, потому что сад-санга определяется как преданность сад, истине. То есть, когда два человека обсуждают Кришну, обсуждают сад, истину, это называется сад-санга, либо больше двух человек. И признаком сад-санги является то, что человек не просто свое какое-то понимание высказывает, а он как бы говорит что-то для того, чтобы почувствовать истину, как бы проявить эту истину. Если он слышит, что другой человек говорит что-то содержательное, он слушает очень внимательно. И вообще люди, которые стремятся к истине, они больше склонны слушать, чем говорить. То есть человек, вот он как бы слушает, он говорит что-то, и при этом он, ну, хочет, чтобы Кришна проявился. Вот это сатсанга. Но если преданные просто болтают, один что-то говорит, и другой ждет, пока он, так сказать, заткнется, грубо говоря, да, чтобы самому там что-то свое там сказать. И вот у них сатсанга такая. Это просто два ложных эго, окрашенных в сознание Кришны такое, да, то есть одно ложное эго, другое ложное эго. Но если люди склонны вот к какому обмену, да, вот как бы спрашивают друг друга о Кришне, слушают, высказывают какие-то свои такие суждения, то есть возникает какой-то вот момент
обмена, в результате которого вдохновение говорить об этом становится все больше и больше, появляется вот эта вот раса, бхакти-рас, вот это сатсанга. И мы знаем, что Кришна об этом говорит, да, в Бхагавад-гите, это мой такой излюбленный момент, это шлока 10.9, да? То есть 10 глава Бхагавад-гиты, 9 шлока, где Кришна говорит: «Матчита мадгата прана бодхаянтах параспарам катхаянташча мамнитян тушьянтича романтича». Он говорит о том, что мои преданные, он говорит не просто, что вот преданные собираются и говорят обо мне, он говорит нет, «Матчита мадгата прана». То есть те преданные, которые намерены, вот именно преданные сатсанги, матчита, то есть их сознание сосредоточено на истине, мат, на мне. Мадгата прана, занятые в сознании Кришны, серьезно, то есть их жизненная сила связана с преданным служением. То есть мадгата прана, она находится на пути служения, они находятся на пути служения. Вот такие преданные, когда собираются друг с другом, вот серьезные люди, да, которые привержены не своим там каким-то, вот там что-то прочитали, там что-то хочется сказать, которые хотят именно проявить Кришну, проявить истину преданного служения. Вот когда такие преданные вместе собираются, когда начинается что? Бодхаянтах параспарам. А они обмениваются реализациями. И в результате этого обмена возникает некое чудо. То есть возникает особая реальность, которая выходит за пределы тех людей, которые это обсуждают. Это фактически реальность Кришны. Это реальность божественного присутствия. Поэтому Кришна говорит тушьянтича, романтича. То есть они используют, Кришна использует эти слова, чтобы подчеркнуть, что они испытывают духовное блаженство общения с Кришной. То есть Кришна проявляется в этой санге. И поэтому вот эта вещь, которая здесь говорится, да, что преданные как бы контролируют свои побуждения, она не связана с личной квалификацией преданного. Она не связана с тем, что преданный такой супер, там какой-то продвинутый, там у него там столько всего, там всего как личности. Это та вещь, которая является милостью санги, это является милостью парампары. Это является милостью гуру. Это то, что приходит, это то, что как бы, это атмосфера удивительная, которая поселяется в нашем сердце и которая дает нам возможность естественным образом контролировать свои побуждения. Мы, может быть, хотели бы разгневаться, но не гневается как-то. Понимаете? Мы, может быть, хотели бы там завожделеть, например, но, ну, как бы вот, ну, как-то вот не побуждается, понимаете? То есть человек удовлетворен, у него есть нектар какой-то, вот нектар присутствует у человека в сердце, этот нектар позволяет контролировать вот эти побуждения. То есть это не те побуждения, которые не то, как это гьяни контролируют или благочестивый карми с помощью своего благочестия. Нет, это особый тип. Вот. И в следующем стихе Рупа Госвами говорит о том, что именно как бы, ну, препятствуют, да, вот этому, то есть что разрушает. Очень важно, есть еще один момент, он касается непосредственно самого нектара, ну, вот этого, вот этой книги, нектара наставлений. Там, когда мы говорим о первом стихе, то важно то, что вот эти энергии, которые существуют, да, энергия вожделения, энергия гнева, энергия речи, энергия вкуса. Все эти энергии, когда преданный имеет сангу, когда у него есть духовная семья, они естественным образом задействуются. Они не просто приминаются, как бы вот вдавливаются, как это делают гьяни, отрицаются. Они задействуются в служении. Почему Шрила Прабхупада говорит, что гнев, энергию гнева нужно использовать в служении, тогда она одухотворяется. Но как вы можете использовать энергию гнева, если у вас, ну, нету ничего дорогого, связанного с Кришной, да? Если нет близких преданных, кого вы защищаете, нет духовной семьи, общины своей, ради которой вы готовы там сражаться, кому-то что-то доказывать, объяснять.
То есть как вы будете энергию гнева проявлять, если нету того, ну как бы ради чего можно жить, да, в сознании Кришны? Или как можно, допустим, проявлять правильно энергию вожделения, например, да? То есть как можно, допустим, давать жизнь детям в сознании Кришны, зачинать детей, если мы не уверены, что эти дети, они будут жить в духовной атмосфере, в семье преданных, что они смогут стать преданными или, по крайней мере, достойными людьми. То есть как можно эту энергию вожделения задействовать? То есть мужчина и женщина вступают в половые отношения. Это естественно, но естественность, она связана с тем, что мы даем жизнь, как бы, да, потомству, продолжаем свой духовный род. Но если мы не уверены в том, что этот род может быть продолжен, что это необходимо рождать детей в сознании Кришны, разве могут мужчина и женщина в сознании Кришны вступать в половые отношения чисто? Чего молчите? Никогда не задавали себе такой вопрос, что ли, или в чем проблема? Или говорить не принято на эти темы о половых отношениях? Нужно говорить об этих вещах, потому что это происходит между людьми. Или тут никто не причастен к этой стороне жизни. Нет, это все происходит, но просто как бы просто человек не задает себе вопрос, насколько это чисто, насколько это угодно Кришне. Мы думаем, что если мы вступаем в половые отношения, это автоматически деградация. Нет. Это не деградация. Если преданный понимает, как это связано с Кришной, если он использует эту энергию в служении. Поэтому первый стих означает квалификация для создания общины. То есть контролировать свое побуждение, вожделение. Каким образом? Зачиная детей в сознании Кришны, расширяя общину. Половым путем. Это замечательно. Рождать детей в сознании Кришны. Но это замечательно тогда, когда вы понимаете, что когда у вас появятся дети, то дети, они будут желанны для общины. Община примет этих детей, она будет, ну, как бы проявлять какое-то внимание. То есть дети желанны для преданных. Это не просто там вот что-то родилось, как бы вот в результате компромисса с Майей. И теперь это вот то, что родилось, все мешает. Преданный мешает, мне мешает мантру повторять. И вообще, как бы, вот этот момент, да, то есть, если такое отношение, то тогда действительно это будет просто в преданных проявлять вожделение, вот это вот. Это не будет контролем чувств, то есть не будет никакого контроля чувств. Поэтому у преданных возникает два варианта. Либо они становятся как корми, то есть они просто делают, ну как бы просто вступают в половые отношения, ну ладно, но я пока вот нечистый преданный, поэтому как бы вперед. Либо второй вариант это мы браманы, у нас никакого секса у нас нет и все остальное. И в результате как бы вот это вот медитация, ложная медитация, да, она приводит к тому, что люди, ну, как бы они, просто у них накапливается вот эта вот, как бы отчужденность, потому что они не знают, как эту энергию использовать. Это приводит к гневу. Гнев – это отчужденность. То есть, когда у людей становятся друг другу равнодушны, это проявление гнева как раз. То есть, это гнев, неудовлетворенное желание. Человек не использовал свое желание в сознании Кришны, у него появляется гнев. Поэтому брамачари как бы контролирует свое побуждение тем, что он просто учится, он занимается, завлекает свои чувства, ему не до этого, он еще не готов. Саньяси контролирует свое вожделение тем, что он направляет его, как бы он медитирует, как он как гопи, как в духовном мире, то есть медитация определенная. За счет этого эта энергия она используется в служении тоже. Грихасхи используют эту энергию, зачиная детей в сознании Кришны. Про речь уже было сказано.
Про просад вы тоже знаете, да? Язык, как орган чувств, контролируется вообще не так же. Мы предлагаем просад Кришне, мы предлагаем его не для того, чтобы потом съесть самим. Вот я вот предложил просад божеству, типа вот надо вот подождать, пока вот что-то долго они едят. Ну ладно, 5 минут, снимаем подношение, вот теперь начинается настоящее дело, так сказать. Наелись, вперед, выполнили ритуал. Так действует карми, понимаете, преданный так не действует. Преданный предлагает Господу просад, он хочет, чтобы Господь принял просад. Господь принимает просад не только с помощью, через арча, через свою форму божества, он предлагает просад через преданных. Поэтому если вы не накормили своих как бы преданных, близких там вам людей, свою семью, просад, вы потом едите остатки, вот это означает принимать просад. Это все тоже связано с общиной. Контроль чувств, он происходит через вот это пространство отношений. Когда преданный раздает просад, он испытывает удовлетворение. У него нет вот этого вот желания просто вот свой язык просто побаловать этими вкусами. Он испытывает счастье, блаженство, как бы, когда он раздает просад. Поэтому если мы пренебрегаем этим, то мы не можем контролировать свои чувства. Даже если мы предлагаем просад божеству. Понимаете? Потому что процесс предложения не закончен. Это все равно, что выхватить у Кришны. Кришна еще не доел. А нам уже надо на язык свой положить что-нибудь. Дети могут себе такое позволить, взрослые нет. Потому что взрослые должны занимать вот эту позицию, понимать, что они делают. Потому что культура основана на знании, духовном знании. Что там у нас еще осталось? Все побуждения рассмотрели? Да, да, давайте. Микрофон, пожалуйста, организуйте. По-моему, про побуждение говорится, что тот, кто может контролировать эти побуждения, может быть гуру и проповедовать сознание Кришны по всему миру. Именно вот этот критерий, по-моему, там в этом стихе комментарии Шрилы Прабхупады дают, да? Это в самом стихе говорится. Есть такое, да? Ну, мы это озвучивали, что он может быть гуру, принимать учеников повсюду в мире. Вы фильтры эти самые... Не используйте фильтры. То есть есть вещи, которые или мы не говорили об этом? Я помню, что я говорил. Чувства несовершенные. Так, еще что-то есть по первому, да? Шимачандра, пробуем. Вот у меня в связи с вожделением вы сказали, вот эта вот тема, да, побуждающая. А вот в обществе, вот вайшнав есть такая вот проблема, она очень актуальна сейчас на самом деле. Вот многие люди молодые, они сходятся, и это называется помолвка. Каковы обязанности этих людей между собой? Каковы должны быть их отношения? Позволили ли им, так сказать, половые отношения на этой стадии? И то есть как должны развиваться их отношения правильным образом? Потому что в основном очень многие люди даже не знают как бы свои обязанности в этот период. И зачастую они превышают допустимые рамки общения и так далее. В вайшнавской культуре когда мужчина и женщина решают, что они нравятся друг другу или есть желание обзавестись семьей, какие-то качества предложить для семейной жизни свои и хотят иметь какие-то качества со стороны второй половины, то это для этого существует вот эта культура помолвки. То есть помолвка означает, что мужчина и женщина могут общаться, они могут служить друг другу, они могут обмениваться эмоциями, узнавать друг друга, узнавать качество друг друга, они могут
как бы я уже сказал, служить, допустим, женщина может что-то готовить, а мужчина может как-то там, ну, оказывать какое-то внимание, там, поддерживать, что-то делать. Вот, они, у них не могут быть интимных отношений. Этап помолвки не предполагает такой, как бы, возможности и необходимости. Смысл как раз именно в том, что чем чище помолвка, тем она, чем она более такой, как бы, имеет сакральный характер в определенном смысле, тем более полноценными будут в дальнейшем семейные отношения. Потому что вот это стремление как можно быстрее вступить в интимную связь, оно является сумасшествием современного человека. То есть современный человек не понимает, что как бы тонкий аспект отношений, он гораздо более важен, чем грубый. Из-за того, что люди ведут себя как грубые материалисты, как животные фактически, они не могут жить устойчивой семейной жизнью. Потому что когда люди как животные, они, у них появляется разочарование. Вот, поэтому вот, помолвка, она как раз и нужна для того, именно для того, чтобы у преданных возникли очень тонкие связи, глубокие тонкие связи. Эмоциональный. Вот. И длинная, чем, ну, как бы она большая помолвка, это хорошо. То есть, когда она длинная, это лучше, чем если она короткая. Тут много всего есть, просто как бы мы. У нас не семинар по семейным отношениям. Вот надо читать Чандры Махараджа, как бы выяснять эти все подробности. Вот. Ну, вот принцип таков. Поэтому, когда преданные вступают вот в этот ашрам, часто они объявляют помолвку, но при этом. Они рассматривают ее как формальность, которую нужно пройти, чтобы всем сказали, ну ладно, типа, ладно, все с вами понятно, вперед, мы вам разрешаем. То есть сама культура помолвки, она неизвестна в большинстве случаев. То есть преданные не используют вот эту его составляющую, такую тонкую. Поэтому семейная жизнь, она, в ней вот эта карма начинает проявляться. Преданных просто штормит. Год-два они либо расходятся, либо они, ну, что-то у них проявляется, они начинают жить нормально. Но если бы не была нормальная помолвка, то этого бы не было. Все, да? А, еще там вопрос. Ну, давайте. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали выхватывать просад у Кришны. Мне приходится поджарить, и бывает, торопят, что машина уже ждет, горячая бывает, что приходится предлагать, как быть. Да, да. Я поэтому эти вещи упомянул, потому что я знаю, какая сейчас тенденция у преданных. К сожалению, преданные, особенно вот, ну, как живущие в городах, а мы все практически живем в городах, вот очень сильное влияние раджаса, то есть люди, преданные становятся такими, то есть божества первые там, первые полгода божества, они такие, они, ну, как бы, это как чудо, преданно захвачен, он служит. Но проходит какое-то время, и начинается ритуализм вот этот вот. И преданный уже как бы, ну, он начинает относиться к божествам очень поверхностно, он не замирает перед ними в молитве, в каком-то откровении. Нет момента такого, что ты предложил просад и дождался вот этого ощущения в сердце, что Кришна принял подношение. То есть преданные умудряется без этого жить сейчас. Это ведь ужасно. Ведь смысл предложения в том, чтобы почувствовать, что Кришна принял. Не то, чтобы просто совершить ритуал очищения, бхоги. Это умонастроение карма-канди. Это не умонастроение вайшнава. Вайшнав, он предлагает подношение для того, чтобы Кришна принял. Поэтому он предлагает своему духовному учителю, предлагает Шриле Прабхупаде, предлагает Госвами, он предлагает Шримати Радхарани, он просит Радхарани предложить это Кришне, он получает вот этот опыт, что подношение дошло, Кришна принял подношение, и потом, когда Кришна попробовал, он предлагает это как Махапрасад своему духовному учителю, Парамгуру, духовному учителю, вайшнавам, если они есть рядом, он кормит вайшнавов. Тогда процесс предложения просада становится таким, который дает в сердце ощущение вот этого, что Кришна принял, что это действительно просад. То есть вот это и есть пурнам, полное предложение просад. Если какого-то из этих элементов нет, то предложил Кришне и съел. Не предложил это как махапрасад вайшнавам, понимаете? Ну как можно так вот делать? Это же другое. О каком контроле языка в этом случае можно говорить?
Ведь этот язык контролируется не нами, он же контролируется внутренней энергией Господа. Эта внутренняя энергия, она проявляется именно тогда, когда мы совершаем бхакти-йогу, вот именно таким образом, научно. Поэтому давайте не будем попадать под влияние страсти. Есть божества, если вы завели себе божества, то нужно всегда при каждом служении добиваться вот этого момента контакта. Если контакта нет, нужно плакать. В противном случае мы просто очень рискуем превратить свой процесс бхакти-йога в нияма-граху. Рупа Госвами об этом дальше будет говорить. Нияма-граха. И тут как раз второй стих. Мы сейчас будем это читать. Да. Какое же самоедство? То есть... Самоедство – это когда человек вокруг себя танцует, вокруг своих каких-то там проблем. А плакать означает просить Кришну о милости, о том, чтобы Кришна проявился. То есть, когда мы плачем не по себе любимому, а мы плачем по Кришне. Мы хотим, чтобы Кришна проявился в нашем сердце. Вот мы хотим общения, мы хотим вот этого. Эти слезы имеют природу счастья. Это не природа горя. Это счастливые слезы. Потому что такие слезы может иметь только тот, кто имел этот опыт. Присутствие Кришны вот в процессе предложения, в просаде и так далее. То есть только такой человек может желать иметь этот опыт снова и снова. Перед божествами как раз нельзя плакать именно в настроении самоедства, то есть там выть нельзя перед божествами, говорится. Нельзя плакать в смысле, о, Кришна, все пропало, у меня все плохо, у меня там денег нет, жены нет, здоровья нет. Вот это нельзя делать перед божествами. А плакать, да, скорбь. А плакать из любви к желанию как бы общения с Господом, это как раз необходимо. Приманджана чурита бхакти вилочанена. Приманджана, глаза украшенные слезами любви, только этими глазами можно смотреть на арчу виграха, на форму Господа. Никакие другие глаза не могут видеть Бога. Аташи Кришна нам один абхавет грахи мандрия. Сивон мукехи дживада усваям и вас пуратяда. Невозможно увидеть Господа с помощью грубых материальных чувств, глаз, ушей, воспринять звук Его имени. Это невозможно. Но как мы видим Кришну? Мы видим Его таким образом, свои чувства, вовлекая в служение Господа, желая общаться с Господом, мы таким образом Господь проявляется, спхуратья, да. В этом заключается. Но если мы это не делаем, если мы это не практикуем, у нас нет садханы. Если нет садханы, то нет счастья. Если нет счастья, то нет любви. Практика садханы делает преданного счастливым. Если у него нет счастья, значит, у него нет садханы. Если нет любви, то нет счастья. Поэтому преданное служение должно совершаться. Все равно должна быть любовь. Какая-то должна быть любовь. То есть желание общаться с Господом должно быть. Вот в этом смысл. Итак, второй стих. Атьяхара праясашча праджалпаньямаграха джанасангашча лоулемча Шадбир, бхактир, винашити. То есть бхакти разрушается с помощью шести видов пагубных действий. Во-первых, человек атьягара переедать либо накапливать слишком много вещей либо денег. Прояс предлагать излишние усилия для достижения материальных целей. Праджалпа, пустые разговоры, праздные. Нияма. Нияма граха, нияма аграха. Существует два вида нияма грахи. То есть это привязанность к правилам и предписаниям,
без понимания их смысла, верного смысла, либо привязанность к правилам не своего уровня. И нияма аграха означает, нияма граха, это было нияма граха, вот то, что я сказал, нияма граха значит привязанность, пренебрежение правилам и предписаниям, нияма граха означает следование без понимания. Итак, есть два вида вот этих вот отклонений, и преданный либо оказывается под влиянием одного, либо под влиянием другого. Очень редко можно встретить людей, у которых это находится в балансе. То есть они как бы не повинны в ньямаграхе. Джана санга – общение с людьми, материалистичными людьми. Лаулям – горячее желание или алчность. Как вы понимаете, вот эти вещи, которые здесь описаны, они как раз и являются тем, что разрушает отношения. То есть это разрушает отношения, и это разрушает способность человека быть человеком, то есть контролировать свои вегам, побуждения. Мы рассмотрим некоторые вещи, которые конкретно касаются нас, вот нашей темы. А праджалпы я говорил. То есть под праджалпы рассматриваем, праджалпы мы называем любые разговоры, которые не ставят свою целью сад, то есть прояснение истины, прояснение Кришны, проявление Кришны. Праджалпа может быть как в отношениях с преданными, так и в отношениях с непреданными. В отношениях с непреданными может быть сатсанга, в отношении с преданными может быть асатсанга. И сатсанга наступает тогда, когда преданный общается, тема общения может быть любой. Но в человеке, в самом преданном, она должна быть связана с истиной, с Кришной. То есть должно быть ясно человеку, для чего он об этом говорит. То есть тема может быть мирская, но если для преданного она связана с Кришной, то это сад. И если тема духовная, но преданный при этом говорит ее ради того, чтобы кичиться какими-то своими знаниями, либо он хочет добиться каких-то своих целей, например, заставить другого человека сделать то, что ему нужно, ссылкой на шастры, то такое общение называется асад. Вообще разделяют несколько вариантов асад. Есть, допустим, майявади атеисты, да? В основном это все люди, которые что-то знают о духовном, если это не вайшнавы. То есть люди, которые что-то знают о духовном, это майявади, и те, которые тоже что-то знают о духовном, но со знаком минус, это атеисты. Майявада и атеизм, по сути дела, это две стороны одной и той же медали. То есть майявади считают, что Бог имперсонален, то есть они скрывают его персональное бытие, то есть они говорят о нем в имперсональном контексте, этим занимаются практически все религии. То есть, если вы спросите, например, у христианина такого обычного, такого как бы периферийного, да, мусульманина, скажет, что представляет собой, или кто такой Бог как персона, то вы получите очень мало информации, либо вообще получите определенный какой-то момент такого, то есть вас не примут, ваш вопрос не будет принят. Хотя в исламе, например, говорится, что Бог сидит на троне. Это означает, что он не имперсональный браман, потому что бесформенный браман не может сидеть на троне, ему просто нечем сидеть. То есть тела нет. Поэтому как он может сидеть на троне? Но если вы спросите о том, как выглядит Аллах, то вам скажут,
Ай-яй-яй. То есть таких вопросов у нас не задают. Может быть, и правильно не задают, потому что люди спекулируют на эти темы, и ничего хорошего от этого не бывает. В христианстве тоже говорится, что в Библии говорится, что Бог создал человека по, сотворил Бога, сотворил человека по образу и подобию своему, точка запятой, мужчину и женщину сотворил их. В одном предложении. Если разумный человек, конструктивно мыслящий, соединить эти две части одной предложения, то получится, что на духовном плане Бог – это мужчина и женщина, верно? То есть по образу и подобию. Образ – это что? Это тело, облик, верно? То есть образ. Подобие – это качество. Образ и подобие. И дальше, точка запятой, мужчина и женщина сотворил их. Это означает, что Бог – это мужчина и женщина. Радха и Кришна. То есть любой человек, обладающий здравомыслящим, непредубежденный, он будет читать это и подумать, что Бог это как бы вот, он, вот у него это и есть, атрибуты, то есть он персона. И не просто персона, он мужчина и женщина. Вот поэтому, когда мы воспеваем Хари Кришна, мы христиане. Мы христиане, мы говорим прямо, мы вот как раз и есть христиане. Потому что мы, Бог, он персона. Иисус говорил, что я пришел призывать вас к Отцу моему небесному. Вам никакого дела до Отца нет. А мы повторяем Его имена, мы стремимся к Нему всей душой. Хотя в христианстве тоже это есть, там есть Отче наш и так далее, но, к сожалению, большинство христиан, периферийных людей, вот они не следуют этим вещам, они их как бы не обсуждают, поскольку парампара, она, то есть это происходит по милости парампары. То есть момент вот этой вот... Момент праджалпы, он связан с тем, что мы обсуждаем какие-то вещи, которые не ведут нас к абсолютной истине. Но если они связаны, то это не праджалпа, даже если тема мирская. Поэтому с сегодняшнего дня, те, кто еще не начал это делать, можете спокойно разговаривать со своими родителями на те темы, которые они, в общем-то, понимают. Но для этого вы должны сами понять, каким образом эти темы могут быть связаны с Кришной. Как? Обсуждая какие-то вещи, можно перейти к духовным вопросам. А это всегда происходит. Потому что так человек устроен. Он не может говорить просто, как лягушка, квакать. Он все равно переходит, естественным образом, склонен переходить к духовным вопросам. Если для нас сознание Кришны универсально, вот то, что мы начали разговор, чайтанья, да, то есть жизненная сила в каждом, то тогда мы можем это делать, и люди это услышат. А если для нас сознание Кришны религиозно, то у нас будет стена стеклянная, потому что человек может быть христианин или мусульманин, он не сможет нас понять. Так надо определиться, что же для нас сознание Кришны. Это универсальная жизненная сила, либо это просто наше религиозное мировоззрение. Мы должны с этим определиться. От этого зависит, кто мы, канишки, либо мы мадхьямы, то есть какова наша перспектива духовной эволюции. Важный момент. Итак, джана-санга. То есть джана-санга – это вот как раз этот момент, то есть они связаны. Джана-санга означает то, что мы общаемся с людьми мирского склада. Вот как раз это и есть майавади, либо атеисты. Про майавади я вот только что сейчас рассказал, кто такие майавади, те, кто не знают персону, Бога как персону и не хотят знать. А атеисты – это… Кто такие атеисты? Те, кто утверждает, что единой истины не существует, Бога не существует, верно? Собственно говоря, мы живем с вами в мире атеистичном, да? В наших семьях присутствует атеизм. В нашем обществе тоже может присутствовать атеизм. Как это проявляется? Атеизм. А? Я из Бога, это больше думают майявади, как бы у них есть такое вот побуждение. А у атеистов, как проявляется атеизм? Да. Все случайно, да. Да, жизнь одноразовая. У каждого свое что? Правда. Верно. То есть атеизм проявляется как попытка отделить пракрити от ее источника, от Бога, то есть расчленить ее на разные группы, на разные религии. То есть все мы как бы поклоняемся разному Богу. У тебя свой Бог, у меня свой Бог. Это означает атеизм, то есть Бога нет. Если у тебя свой Бог, а у меня свой Бог,
то возникает вопрос, а есть ли Бог вообще? Это естественный вопрос, который возникает на подсознательном уровне у всех людей, живущих в этом мире. Если нет единого Бога, признанного всеми, то что люди думают на подсознательном уровне? Они думают, что Бога нет, даже если они религиозны. Они думают, может быть, это Бог просто моей традиции. Мне просто нравится моя традиция, и мне нравится вот этот Бог. Но является ли он Богом для всех? Вот когда мы проповедуем, допустим, сознание Кришны, мы говорим, что Кришна – это Бог. Мы уверены в том, что Кришна – это Бог всех? Или это Бог кришнаитов? А? Мы-то уверены. Если мы в этом уверены, то другой человек это почувствует, потому что Кришна означает всепривлекательный. Мы не проповедуем своего Бога. Мы привлекательного Бога проповедуем, для которого привлекательный для всех. Если человек спрашивает, а как бы для меня ваш Кришна не привлекательный совершенно? Если человек такую вещь говорит, что мы должны ему сказать? А? У вас все впереди, да. А если он скажет впереди, ничего этого не будет, я уверен. Кришны впереди не будет. Что мы должны сказать к человеку, который говорит, что Кришна для него не привлекательна? Да, правильно. Что для тебя привлекательно? Ну что для тебя привлекательно? И если мы знаем Кришну, то мы должны будем увидеть, что мы должны показать, что эту привлекательность человек чувствует. Вот эта привлекательность, вот это и есть Кришна на самом деле. Вот это то, что человек должен будет увидеть через нас. Вот это означает сознание Кришны. Я вкус воды, говорит Кришна. Тебе нравится вкус воды? А этот вкус воды, он же обладает удивительным мистическим свойством. Это удивительная энергия. Это вот и есть Кришна. Вкус воды – это и есть Кришна. Ты знаешь, что такое Кришна? Это вкус воды. Тебе нравится вкус воды? Да, значит, тебе нравится Кришна. Так Прабхупада проповедовал. Таким образом, это преодолевает атеизм, потому что вкус воды нравится всем. Мусульманам, христианам, кришнаитам. Всем нравится вкус воды. Верно? Значит, Бог у вас один, вкус воды. Но это Випхути, конечно, одно из проявлений Кришны, но тем не менее это Кришна. Ведь он же сам об этом говорит, что я вкус воды. Мы же не можем это отрицать. Вот. И все остальные вещи. То есть вот так вот и нужно проповедовать этому миру, потому что он погряз в атеизме. Общение с атеистами неблагоприятное, потому что они говорят, да у вас свое там, как бы вот это вы просто, вот, ну как бы вот вы просто верите в свое, в свою религию, в своего Бога, в своих гуру там и так далее. Они вот, они такие циники, то есть для них истины не существует. Как универсальной какой-то ценности. Вот второй тип джанасанги – это те, которые, кстати, атеисты есть и в обществе, могут быть и в обществе преданных тоже. Ну, как бы не просто атеисты, таких откровенных атеистов у нас нет, но такое влияние атеизма возможно. Как это проявляется в обществе преданных? Какие-то примеры влияния атеизма? Почему я это спросил? Потому что джанасанга, она возможна также и в обществе преданных. А? Цинизм, да. То есть как бы отсутствие вот этого вот, ну, откровения, да, какого-то. Ну, нет Бога фактически на уровне опыта. Еще какие-то могут быть признаки? Ну да, сам. Да. А отношение с другими религиями такое, как бы, что истина только в нашем огороде, как бы вот это тоже. Такое атеистическое проявление, да. Ритуализм, да. Еще вот, могу, допустим, от себя могу добавить, это определенное сектантство, когда преданные замыкаются в каких-то своих группах и считают, что в нашей группе самое лучшее умонастроение. Ну, как бы, в смысле, вот у нас вот Кришна самое лучшее, у нас the best, Кришна the best, вот в нашей группе конкретно. Вот у нас вот есть община, но вот у нас в основном неофиты, но вот в моей намахате, вот у нас самое намахатское сознание Кришны. А в других намахатах ничего хорошего не происходит. Например, то есть когда возникает такая групповщина внутри общины, то, что есть разные группы в общине, это нормально. Потому что даже в духовном мире есть разные группы. Там, например, одна группа гопи, там одно настроение, другая группа гопи, там другое настроение, да? Но
в каждой группе преданные уважают. Они понимают, у них другое настроение. Я там не могу находиться, ну как бы там мне не так будет, ну как бы, но у них свое сознание Кришне, и Кришне нравится то, что они делают. Поэтому я выражаю им уважение, это я ищу их благословений. Вот это атеизм. То есть понимание того, что Бог один, но у него много разных форм, много разных вкусов. Но когда мы начинаем вот это все разделять, расчленять, это уже атеизм начинается. Это может быть и в обществе преданных. Такое сектантское такое настроение. Итак, майявади атеисты – это первая группа. Вторая группа – те, кто наслаждает свои чувства, либо ну, привязаны к чувственным наслаждениям. Это вторая группа джана-санги, то есть нежелательного такого общения. Вот. Почему это общение неблагоприятно? Общение с теми, кто наслаждает свои чувства. Это мой вопрос. Хорошо, но чем неблагоприятна вообще вот эта вот тенденция к чувственному наслаждению? Что она с нами делает? А? Быстрый легкий кайф. Ну а чем это плохо? Привязанность, правильно. То есть это приводит к чему? Это приводит к тому, что сила заниматься преданным служением, она убывает. То есть у человека исчезает вот эта способность к сиянию. То есть он перестает сиять, он становится очень зависимым, у него появляется вот это вот желание удовлетворять себя, какую-то зависимость. Да? Поэтому, когда мы привязаны к чувственным наслаждениям, либо к тем, кто привязан к чувственным наслаждениям, это разрушает в нас способность заниматься преданным служением. Общение с противоположным полом вне брака, такое вот безответственное, оно является также джана-сангой. Как это происходит? Если, например, мужчина оказывает женщине внимание, то это может быть, или женщина оказывает внимание мужчине, это может быть воспринято. Чего молчите? Как это может быть воспринято? Ну да, как ухаживание, как определенные как бы намерения, верно? И если мужчина это делает по отношению к женщине, это означает, что он проявляет к ней неуважение, он ее эксплуатирует, если он не собирается на ней жениться. И если женщина это делает в отношении мужчины, соответственно, она тоже получает, не уважает, эксплуатирует. То есть это дух материалиста, то есть это не дух преданного. Преданный уважает. Мужчина уважает женщин, женщина уважает мужчин, поэтому они как бы соблюдают естественную дистанцию. Здесь нет двеши, о чем мы начинали разговор, да? То есть здесь нет такого отречения, как бы такого. Вот я отрекся, как Шрила Прабхупада говорит часто, как вы можете отрекаться от того, что вам не принадлежит? То есть вы видите женщину, я не хочу с ней общаться, потому что я от нее отрекся. Она тебе принадлежит вообще? Или наоборот, мужчина там, ну как бы женщина. Поэтому то, что преданные держатся как бы мужчины вместе, женщины вместе и не смешиваются, это проявление уважения, это проявление серьезности и ответственности. Вот и все. Это не проявление движения. Согласны? Вот. Поэтому если мы общаемся с женщиной там, или с мужчиной вне брака, и как бы вот у нас есть вот этот флирт, это признак. Это как бы вещь, которая разрушит бхакти. Обязательно. То есть это приведет к духовному концу. Дальше. Следующая такая важная категория. Это те, кто так называемые дхарма-дваджи. То есть это те, которые имеют... Дваджи означает флаг, а дхарма – это религия. То есть такие религиозные люди, которые... машут этим флагом религии, а на самом деле они как бы ну, лицемеры. То есть человек делает внешне одно, а внутренне другое. Иногда их называют кали-челы, там ну, разные есть ругательные слова у нас для этой категории людей. Вот если человек лицемер, то общение с ним крайне губительно.
для развития бхакти. Вот. Есть, в общем-то, два типа таких дхарма-двадж. Это те, которые как бы просто обманывают, то есть извлекают личную выгоду из своей игры. И есть те, которые просто глупые люди, которые обманутые. То есть они просто практикуют какие-то вещи ложные, просто потому что они обмануты. Вот. Но общение с ними тоже неблагоприятно, потому что они свою то все как бы вещи они передают. Вот. Поэтому нужно эти моменты тоже осознавать. И особенно это актуально внутри общества, потому что присутствуют, могут быть какие-то моменты иллюзий. Вопросы есть по этому? То, что касается джана санги. Итак, атьяхара в обществе преданных проявляется как склонность к тому, чтобы обрасти какими-то атрибутами духовными. То есть склонность к тому, чтобы сделать какую-то карьеру, получить признание, почет. Вот. То есть человек считает, что ему необходимо что-то накопить для того, чтобы быть состоятельным. Соответственно, для этого он начинает совершать усилия, проясы. Хотя это может выглядеть как преданное служение, но на самом деле это прояс. То есть, например, преданные могут, сами не отдавая себе отчет, совершать какие-то усилия в духовной жизни для того, чтобы получить инициацию. Да, такие вещи случаются. После того, как они инициацию получают, проходит какое-то небольшое время, и духовные усилия уже не такие. Это означает, что присутствовал прояса в этих усилиях. Как еще проявляется прояса? Излишние усилия. Например, мы организуем что-то, какое-то мероприятие. Вот скажем, мы проводим фестиваль. Для того, чтобы организовать фестиваль, кто-то должен конкретно упираться, кто-то должен работать серьезно. И вот те преданные, которые конкретно работают день и ночь для того, чтобы организовать фестиваль, они должны очень хорошо понимать, для чего они это делают. Они это делают для ради блага вайшнавов. И тогда это преданное служение, чистое преданное служение. Но если преданные это делают, но они это делают, сами не понимая, для чего просто так вот. Это означает, что есть какие-то ложные мотивы. То есть есть просто желание там какой-то похвалы там и так далее. То есть мотивы ложные. Лаулем означает алчность. Как проявляется алчность или жадность в обществе преданных? И вообще как бы в обществе людей? Желание. Как оно проявляется в нашей жизни? Как? Накапливаем больше, чем необходимо. Но это как бы это причина желания или следствие? Это следствие, да. Но откуда берется само желание, лауля? Ложное чувство защищенности? А, нет чувства защищенности. Ну да. То есть вот это желание лаулия, она, в общем-то, проистекает. То есть вот в практике бхакти-йоги откуда берется вот это вот материальное желание, вот это вот лаулия, откуда она проистекает именно в самой практике? Пустота внутри. Я согласен. Я спрашиваю, откуда она берется в духовной жизни, вот эта пустота внутри, которая пробуждает нас в материальные желания? Хорошо. Вот в контексте этого стиха, из какого качества перечисленного здесь происходит лаулия?
Здесь слово «зависть» не упоминается. Правильно, яма греха. То есть из неправильной практики духовной. То есть когда преданный практикует сознание Кришны неправильным образом, есть перекосы определенные, искажения, не яма греха. Из этого проистекает желание, материальное желание, потому что практика бхакти-йоги, она пробуждает желание. Либо это будет духовное желание, либо это будет материальное желание. Желание усиливается. Говорится, что при поливании семени преданного служения, при поливании святым именем, семени бхакти-латы, вырастают сорняки. И они могут вырастать быстрее даже, чем древо преданного служения. Такова сила бхакти-йоги. Она пробуждает в дживе желание, она оживляет дживу, бхакти-йога. И что она делает, эта джива, оживая? Она может захотеть материального также. И когда у преданного проявляются вот это вот какие-то желания, он может вступить в джана-сангу с преданными, заниматься праджалпой, и стремиться к атьяхаре, к какой-то карьере, к положению. Это почему так? Откуда это берется? Это энергия определенная. Она действует. Поэтому очень важно, совершая преданное служение, практику преданного служения, очень важно находиться в сатсанге для того, чтобы избежать ньяма-грахи. Об этом Рупа Госвами будет говорить в следующем стихе. То есть, если преданный практикует сознание Кришны, он должен быть уверен в том, что его как бы практика, она, ну, она как бы именно взращивает деревце премы, а не деревце анартх. Так, ньяма греха, первая вещь. Вот, ньяма греха создает желание, лаулью. Желание, это может быть желание критиковать кого-то, заниматься джана-сангой. То есть результат, значит, джана-санга приводит к праджалпе, праджалпа приводит к атьяхаре, то есть у человека появляются вот эти вот система ценностей определенная, что нужно побольше иметь, того, сего. Человек обрастает. И когда он обрастает, он попадает в ловушку материального существования. То есть он становится уже как бы, он как в клетке оказывается, связанным по рукам и ногам, из которой нет выхода. Вопросы есть какие-нибудь? Выход такой, избавляться от ньяма-грахи, то есть возвращаться к чистым истокам сознания Кришны. Опять же, это происходит по милости садху-санги. Ложное эго, да. Ложное эго как раз и проявляется тогда, когда мы не практикуем сознание Кришны. Материальный достаток и непривязанность к материальному достатку, они очень хорошо друг с другом сочетаются. То есть атьяхара это не означает обладание чем-то. Например, если человек занимается бизнесом, у него может быть много всего. Но это не означает, что он повинен в атьяхаре. Атьяхара – это то, что человек связывает свое счастье с тем, что он имеет. То есть то, что человек имеет, это как бы следствие его определенной дхармы. Это нормально. Но когда человек связывает свое счастье с тем, что он имеет, то есть плодами своего труда, то это называется уже атьяхарой. Поэтому практика показывает, что те люди, которые ну, по-настоящему как бы имеют что-то, ну, и могут быть не привязаны к этому, вот это вот и есть, собственно говоря, результат благочестия определенного. То есть неблагочестивый человек,
он не может что-то иметь, потому что когда у него что-то появляется, его сердце, оно просто не выдерживает, и он начинает как бы жадность проявлять, начинает проявлять какие-то дурные качества, становится гордым. Да? То есть вот когда человек, например, вот он невежда, вроде бы он такой хороший, но как только он что-то узнает, выучил там 30 шлок из Бхагавад-гиты, он сразу начинает гордиться, вот он теперь знает 30 шлок из Бхагавад-гиты. Ну, то есть, если у человека благочестия недостаточность, он очень сильно привязан, вот есть вот эта склонность к атьяхаре, то когда происходит накопление, человек попадает в зависимость от этого. Поэтому это очень важная вещь. Рупа Госвами Прабхупада говорит в «Нектаре преданности» о том, что мы не должны слишком много накапливать знаний, слишком много строить храмов, слишком многих последователей и обзаводиться последователями. Почему? Потому что мы можем попасть под влияние этой атьяхары. То есть если человек недостаточно отрешен, то для него это все запрещается. Но если он отрешен, то есть он может служить этому, но не будет зависеть от этого, то тогда это разрешается. Таким образом, непривязанность к достояниям и сами достояния – это очень хорошо сочетаемые друг с другом вещи. То есть именно те, которые не привязаны, они могут иметь много. А те, которые привязаны, им полагается чуть-чуть. Потому что если им дать больше, они просто умрут. То есть они начнут деградировать. Поэтому каждый из нас имеет в жизни ровно столько всего, сколько он способен одухотворить, сколько он способен, ну, как бы, поддерживать, сколько он способен, ну, как бы, вот, без деградации своей души. Если больше, начинается деградация. Поэтому, практикуя сознание Кришны правильным образом, без ниямаграхии, преданные, по идее, должны становиться очень богатыми. Ну, как бы, в плане не обязательно таком грубо материальном. Должны становиться очень знающими, профессиональными, в материальном плане богатыми. Почему этого не происходит? Потому что наша практика сознания Кришны, она может быть, ну, как искаженная. Один из моих любимых вопросов, который я задаю преданным, где живут самые богатые живые существа в мироздании? На Вайкунхе, правильно. На Вайкунхе живут самые богатые живые существа в мироздании, не в материальном мире, не на земле. Потому что Веда говорит о том, что богатство тех, кто живут на Вайкунхе, оно практически безгранично. То есть там такие богатства, которые немыслимы в материальном мире. Почему они есть? Потому что живые существа не считают там это своими богатствами, не понимают, это шакти Господа. Это все просто выделено мне в пользование. Для того, чтобы я мог это использовать благоприятным образом, во благо людей, которые меня окружают, и в мое собственное благо духовное. Сколько бы у меня богатств не было, я буду использовать это не моя энергия. И любой, кто обладает, даже материалист какой-нибудь, который обладает серьезным богатством, он думает хотя бы чуть-чуть, но в сознании Кришны. Например, взять, я не знаю, кого-нибудь, какой самый богатый вот человек, вот такой, наиболее богатый в материальном мире. Ну, вот взять вот Билла Гейтса, например, да? Билл Гейтс, он 80% своего богатства он раздал. Он оставил ровно столько, сколько нужно. А своим детям он отдал там что-то около миллиона или 2 миллионов долларов. Все остальное либо находится в деле, либо он раздал просто на благотворительные цели какие-то программы. Это богатейший человек в мире. То есть человек реально понимает, что вот эти энергии, они, если вы можете это все делать, это означает, что вы понимаете, эти энергии, они имеют мистическую природу, это они нам не принадлежат. Может быть, он не преданный, может, он ничего не знает о Кришне, но он эти вещи понимает на уровне знания, да. Это просто благочестие определенного. Если у нас этого благочестия нет, хоть мы и преданные, нам еще как бы нужно еще много, чтобы вот эти вещи понять. Но преданный все равно находится в лучшем положении. Почему? Потому что человеку для того, чтобы получить это, нужно сотни жизней набирать благочестие.
преданный может за одну жизнь получить такую квалификацию. Для этого нужно совершать бхакти-йогу без искажений. Но вот это представление, с которым мы начали сегодняшний разговор о том, что мы не привязаны, оно просто убивает вот эти вещи. То есть мы не привязаны, конечно, мы должны быть не привязаны в правильном смысле этого слова, но не привязаны в смысле, что нам не нужны ни богатство, ни семья, ни общество, ничего. Вот нам это все не надо, это все майя. Это приводит к тому, что мы становимся просто нищими, как бы и духовно, и материально. Материально как бы это не проблема. Может человек жить в лесу, ну как, допустим, Госвами. Самые лучшие эти подвижники, отшельники, которые есть в истории Гауди вайшнавизма, это самые богатые люди. Были раньше самыми богатыми людьми. Это были богатейшие люди Бенгалии. Фактически Бенгалия в то время, в средние века, она была самой богатой страной мира. Это Индия, это там сосредоточие золота всего было, мира. А вот эти вот Госвами, они были богатейшими людьми Бенгалии, Рупа и Санатана, я имею в виду. Но и другие тоже были из таких семей очень состоятельных. Вы чувствуете, да, какая здесь связь? Это были самые отрешенные люди, самые непривязанные. То есть это были отшельники в гауди вайшнавизма, которые дали вот это как бы направление бабаджи. Это означает, что эти вещи взаимосвязаны. Богатство и непривязанность, они очень сильно взаимосвязаны. Поэтому нужно избавляться от этой философии, ложно понятой, как бы, вот наш ложно понятой философии, что вот мы не привязаны, но это означает, что мы должны все это одухотворять, это все нужно создавать, одухотворять. В противном случае грош цена. Мы останемся с материальными желаниями. Вот. Конечно, каждый должен иметь ровно столько, сколько ему нужно. То есть каждый может претендовать только и на его долю. Эта доля определяется именно степенью духовности человека, насколько он духовен, настолько он уполномочен. Еще какие-то есть вопросы по этому, по второму стиху? Нияма граха, она приводит к тому, что преданный испытывает, у него появляется материальное желание, лавлия. Лавлия приводит к джана санги. Появляется желание критиковать, желание говорить о каких-то там вещах таких, не связанных с сад. Джана санга, она, то есть вот желание, так, вот такое вот как бы влечение к общению такому вот, оно приводит к праджалпе. То есть праджалпа это уже как бы непосредственно словесное выражение, да, джана санги. И когда это все начинает проговариваться, когда люди начинают на эти темы общаться, они превращаются в материалистов от Яхари. Соответственно, это приводит к проясу, да, то есть прояс, чтобы иметь, либо это приводит к проясу и потом атьяхара, то есть вот так, скорее всего, да, то есть прояс. Я видел разные цепочки, но вот в начале находится вот эта вот искаженная практика. Прояс, атьяхара. Да. У нас время-то есть еще? Сколько? О, тогда все. Последний можно? Я извиняюсь. Нет, нужно закончить. Потом запомни свой вопрос, мы перенесем его. Большое спасибо, что вы выдержали аскезу. Шавропада ки. Гор примананде.